Всем привет, дамы и господа, с вами Лига Чемпионов Бизнеса, у комментаторского, так скажем, пульта Ростов Макс. И сегодня мы смотрим одну из игр, которые были перенесены с своего обычного времени на то, которое было удобно игрокам, а именно матч Ядро против Касперского, насколько я помню, да, все правильно. Ядро против Касперского, это у нас верхняя сетка Серебряной Лиги. Очень крутой матч нам предстоит, и еще круче от того, что он у нас проходит на новом патче. От этого будет, конечно, много хаоса, много всякой имбы, не имбы. Интересно, как команды вообще подготовились к такому противостоянию за, буквально один день. Совсем скоро уже перейдем к игре, драфты уже стартовали. Пока что напомним вам, что Лига Чемпионов Бизнеса – это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Проект объединил в себе корпоративные чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и киберспорту. Является самым массовым корпоративным турниром в мире. А с 2018 года в нашем киберспортивном чемпионате ЛЧБ принял участие свыше 185 уникальных компаний и 6000 участников из более чем 50 субъектов Российской Федерации и 16 стран мира. В этом 12-м сезоне нас ждут сражения по 7 дисциплинам для более чем 150 команд и 1500 игроков. В CS 2 у нас 76 команд, это рекорд. В Dota 2 у нас изначально было 55 команд, уже, конечно, поменьше. В мире танков 24 команды, в Лиге Легенд 16, в PUBG 12, PUBG дисциплина также закончилась. В новой дисциплине Apex Legends у нас 14 команд и в индивидуальной дисциплине Hearthstone Battlegrounds у нас 64 игрока. Ну что ж, я думаю, что можно уже потихоньку переходить к драфтам. Давайте переходить. И наш генеральный партнер группы IT-компании Lanit представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2. Лига легенд. Мир танков. PUBG. Apex Legends. И Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Ну что, погнали в игру. Давайте. Команда Ядро у нас будет играть за Рейдиан. Взяли они себе Даунбрекера, Пугну, Кристал Мейден и Лондруида. В свою очередь Мидори Кума, они же Касперский. Взяли Шедоу Шамана, Джиггернаута, Зевса и Оракла. По бану давайте также пробежимся по-быстренькому. Ядро у нас заблокировали Тимбера, Легионку, Найтсталкера, Гулю, Урсу и Праймал Беста. А Мидори, Кума у нас забанили Феникса, Войда, Лишарка, Акса, ВК и Шторма. Еще Лазбан остается. По доп-таймеру видим, что на самом деле у Касперского довольно быстро все решения принимаются, еще минута 46. Что касается команды Ядро, то у них побольше времени на обмозгование уходит, так скажем. И остается 28 секунд. Ну что, на самом деле самое интересное — это читать обилки, да. То есть то, чем мы будем заниматься, я думаю, первые 5 минут, пока будет лайнинг. Будем читать, что же там добавили. Потому что думаю, что не все зрители на трансляции вообще знают или в курсе, какие-то изменения произошли. Ну, а те, кто в курсе, явно еще не выучили всех. Из интересного, да, давайте из интересного подумаем насчет Лундруида и Даунбрейкера, да. Я думаю, то, что это такие пики, которых ранее не было. Так, ну, Даунбрейкер, давайте посмотрим. У нее врожденная способность новая, она пассивная. И когда, в общем-то, встает солнце, то есть ночь сменяется на день, Даунбрейкер постепенно раскрывает всю карту для союзников в течение 4 секунд, и Туман Войны возвращается через секунду. То есть, довольно прикольная такая макрообилка. Так, банится ОД. Ну да, ОД сейчас тоже неплохо. Лондруид, да, Лондруид, у него врожденная способность... То есть, он сумонит Спиритбира, получается, да? То есть, она активная, но с первого левела. И смотрим по аспектам. Аспекты такие у Лондруида. Можно взять общую броню от Spirit Link, увеличенную на 25%. И атаки Лондруида лечат медведя и наоборот. А также Труформа действует на Лондруида. Давай ему бонус к броне, здоровью, улучшенной версии Entangling Loss и Demolish.
Либо второй аспект, это атаки Spirit Bear при прокачке Spirit Link лечат лондруида, но в обратную сторону бонус не распространяется. Зато Труформ действует на медведя, увеличивая запас брони на 8-10-12 и сокращая базовое время атаки на 0,1 секунду, давая ему 50% снижения перезарядки от Entangling Claws. Ну, на самом деле интересно, что будет выбирать, наверное, какую-то вторую форму. На самом деле гадать нет смысла, есть какие-то базовые аспекты, которые берут все, а есть аспекты более ситуативные. И в целом, ну я думаю, что, например, вот на Джаггернауте все качаются через один аспект. Это Blade Storm, то есть то, что Blade Fury может наносить критический урон с теми же параметрами, что и Blade Dance. Потому что вторая форма, это герой получает стак каждые секунды, ну то есть... стаки сбрасываются после получения урона. То есть как будто бы хочется просто с очень сильной крутилкой еще и критовать. Плюс очень крутую пассивку добавили Джаггернауту. То, что он наносит 10% больше врагам, которые повернуты к нему лицом. Плюс еще и при использовании Омнислэша это всегда работает. На ластпик забирают у нас ядроты Квапу. Про Квапу, кстати, интересно будет почитать. Вот, что у нее там дает... способность ему дали принесение Queen of Pain урона способности в радиусе 1200 возвращается назад 10%, а по аспектам получает либо бонус к вампиризму с заклинаниями, либо усиление заклинаний увеличено на 15%. Но 22% от урона заклинаний, нанесенного героем, также носится и к вапе. Ну, интересно, что будет взять. И на last pick забирается у нас Кумка. Хорошо, что у нас тут все написано, кто кого взял. Жаль, что нельзя пока что навести и сразу прочитать. В итоге у нас ядроты за Radiant. Волчонок будет играть на Новбрейкер. Петр 34 Рус на Пугне. Агент Артем на Crystal Maiden. Тихоня на Ландруиде. И White Neo будет исполнять на Квапе. В свою очередь Касперская, ниже Мидори Кума. Вортапок на Шедо Шамане. Зайка на Джаггернауте. Мао Зедун на Зевсе. Гиблиэнэ на Оракле. И Осел... будет у нас исполнять, скорее всего, на Кунке. Ну, в принципе, почему скорее всего? Я просто подумал, что, скорее всего, на Мидовом. Ну, тут, наверное, все-таки Зевс пойдет в Мид, а Кунка у нас на третью позицию. Джаггеркор, ну, Шаман, Оракл, Сапы. Сверху, в принципе, тоже все дефолт. Лондруид Керри, Даунбрейкер тройка. Пугна, Кристал Мейкен, два Сапа. И Папа пойдет в Мид. Ну что? Ждем, пока игра начнется, и будем потихоньку на нее приходить и уже читать все эти прикольные аспекты и пассивки во время игры. Так, мы видим, что у Лондруида хотя бы нет дота плюса. Не знаю, плюс это или минус. А вот Оракла есть, восьмой Оракл. Не очень большой левел, но какой есть. Так, ну что, погнали в игру, ГЛХФ пишет у нас команды. Так, ну что, давайте, наверное, по очереди, да, так сказать, рассчитаемся с первого на второй и посмотрим, кто что взял. Итак, Лондруид у нас взял Бирми, то есть у него общая броня увеличена, медведь и его владельца излечивают друг друга атаками. И также герой оборачивается разъяренным медведем, то есть Труформ он взял на себя. Так, ну, врожденную способность мы уже посмотрели. Так. Crystal Maiden у нас взяла Arcane Aura. Ну, на самом деле, будто бы в проиграх я видел, что другой берут аспект. Этот аспект дает способность владельцу бонус к дальности применения и радиусу заклинаний. Так. Квапа у нас. Так-то по ходу команды у нас ядроты были не в смоках, просто ждут, а в свою очередь Касперские пошли в смоках, захватили смотритель, захватили тут смотритель, поставили, в принципе, дефолтный вижен, ну и пока что все. Возможно, хотят проконтролить три руны, и у них это получится, скорее всего. Хотя вот тут вот вижен, ну и видят, что тут Кунка и Оракл только вдвоем. Можно попытаться их, да, можно попытаться как-то подсечь, но в итоге, неужели Кунка хочет пойти? Не, ну это точно будет ошибка, тут все-таки 5 героев оппонента. Так, ну и вот видим, вот она. Слева карта была полностью открыта. Всех увидели, но это нам ничего не дало. По рунам 2 в 2. И продолжим мы читать
те самые аспекты. Так, взяла у нас пассивный эффект, дает вампиризм заклинаниями. Чем больше герой, ближе герой к жертве, тем больше вампиризм. Ну, такая квапа. Через вампиризм заклинаниями. Интересно, какая будет в целом сборка. То есть, ранее у нас были и физбилдовые квапы, и фул магические через пастагоним. Тут вот дали такой аспект на вампиризм. Интересно, куда он нас приведет. Пока что видим, что, в принципе, сборочка довольно дефолтная. Там ПТ, нулик, ботл. В свою очередь, в принципе, Зевс тоже по какой-то дефолтной стратегии передвигается. На топе у нас на первых левелах, возможно, какая-то заварушка. Тут у нас четверка пугна плюс даунбрейкер. Стоят. На самом деле, очень сильно разминают джиггернаута. Прям он страдает. На первом левеле у него крутилка. Надо хотя бы взять второй, чтобы был вардик хилищий. Ну вот, до второго левела крипам будет сложновато подходить, потому что тут уже и оркал просел. Оркал, правда, 6 тиков есть. Есть гранатка. Так, ну что, ну как раз у нас даунбрейкер на очереди. Взяла на люминосити, совершая атаку с эффектом люминосити, герой уменьшает перезарядки всех своих способностей. Ну, прикольно, прикольно. Аспект. В принципе, понимаем мы все, что даунбрейкер может опять вернуться в мету, потому что она немного подпропала. Так, далее у нас пугна, в принципе. Что есть, кстати, итоги боя. Боя-то никакого не было, но итоги есть. Пугна у нас взял Незервард, нанося урон тотем от Незервард, восстанавливает владельцу здоровья и ману. Особенно, я думаю, приятно, что он восстанавливает он ману. Теперь кажется, что тотем прям имбово Пугна. Интересно, будет ли он его максить. Ну или какая-то такая, типа там 2-1-2 раскачка будет, или 3-1-1. Ну посмотрим, посмотрим. Так, давайте как раз на низ переключимся. У нас здесь отводики, приводики. Не забанен, да, кемп мелкий, но зато забанен большой. Только сейчас у нас вортапок смог кое-как снять этот вижен. Так, ну по кейсу видим, что на самом деле у кунки тут все прекрасно. А вот лондрит пока не особо справляется с управлением. Хотя сейчас пачка на него идет. Возможно, удастся как-то по кейсу. Даже две пачки идет. Под вышку. Главное просто все добить, и тогда все будет прекрасно. Видим, что сейчас ни одного крипа не было добито. Но еще и медведь страдает. Приходится его перепоризывать. Но теперь его главное не потерять. Так, ну что, да. Пришли мы сюда, пришли мы за Раста. И Раста у нас взял Хекс. То, что Хекс позволяет выбрать целью союзника. Применяя на него развеивание и неуязвим делая, ну, на очень короткое время. И допу в спид. Также еще и куча у него иллюзий, получается. Хексовых. Ну, такой вот кунка, точнее, Раста с подсейвом. Очень крутая у него механика новая. Вообще, Раста кажется довольно имбовым таким героем. Так, на топе у нас пытаются сделать ФБ. Пытаются. И удается им. Завертели бедную пугну. Ну, возможно, дадут размен даунбрейкер, если успеет. Но, к сожалению, да, без сапога. Без сапога у нас играет даунбрейкер пока что. Ничто себе не принес. А вот Джаггер был с коричневым сапогом. В итоге он Б и забрал себе. Правильно, да? Да. Оракл не стал как раз ФБ. Хотя мог бы, наверное. Центр этим скиллом. Но вот для Пугна не очень приятно, конечно. Погибать. И на втором был взят, да, Незервард. То, о чем я и говорил, довольно сильно. Тут, кстати, даблстак на крипов. Крипы, по идее, должны полностью умирать. Да. На месте Пугни тут можно попытаться что-то сделать, а лучше, конечно, вот не умирать. Как будто бы шансов не умереть нет, потому что сапога-то нет. И да, повторная смерть, но это уже очень плохо на самом деле, потому что сейчас будет без ТПшки. У нас Пугна, да, 40 секунд кулдауна, пешком пойдет. Думал, что еще чуть-чуть здесь квалифицируется, так сказать, в топ-лейнера, но пока что нет, пока что нет. Давайте дальше пройдемся по героям. Да, как раз Зевс у нас на очереди. Взял он ультимейт себе, как аспект. То есть урон наносится не всем врагам сразу, а по очереди. Начиная с самым низким хп и возрастанию. И также урон увеличивается, если кто-то погибает. Даже одна смерть довольно сильно апает способность на 15%.
Так далее на Джиггернаут. Джиггернаут, я думаю, что взял... Ну да, да. Тут как бы классика. Взяли Блейд Фьюри, что он может наносить критику. Как от Блейд Данса, это очень сильный. Сильный аспект. Так далее у нас Кункевич. Кункевич у нас взял Иксмарку. То, что союзники вокруг существа, возвращенного способности Иксмарк, получают такой же эффект, как от ультимейта. То есть 400 и длительность эффекта 3 секунды. Так, кстати, как это у нас так произошло? Джиггернаут все-таки погиб, еще и погибает нас Оракл. Вот это да, похоже, что переоценили себя. Это, казалось бы, как такое вообще возможно? Но, видимо, да, побежал Джиггернаут под крутилкой. Но, видимо, слишком мало рестов было. Никто особо и не пострадал. Ну и нападали на Даунбрейкер, а не на Пугну. А лучше, конечно, нападать на Пугну. Пугна более халявный фраг. Джиггернаута, на самом деле, летели ему фейзы. Летели капли. Возможно, с ними он бы ну, либо убежал, либо убил. Но был у него просто коричневый сапог, поэтому сложновато было. В итоге 4 левел против 5 сейчас. Так, на миде у нас один, оказывается. Так, а вот у нас спасительная пассивка от Расты, спасает его, но, к сожалению, ненадолго. Да, знаем мы, что дали пассивку очень крутую. У нас опять на топе какой-то экшен. Да, пытаются сломать тотем этот неприятный, но лишаются половины хитпоинтов. Есть, кстати, Soul Ring, есть Lotus, есть стики, так что Домбрекер, в принципе, может развернуть это все дело. Внизу у нас, да, сделали минус 2, пришла Квапа. Молодец, сделал даблкил. Такой воображаемый, можно так сказать. Так, оп, извиняемся. И по рунам, да, хотели посмотреть, что у нас по рунам. В итоге у нас руну мудрости Шадушаман забирает. И Пугна на другой стороне также контролит. Все в этом плане нормально. Команд. Так вот, у Расты, да, крутая пассивка, что не дает умереть. И в течение 0.75 секунд не получаешь ты урон. Плюс еще и... Курицы появляются. Так что такой миниатюрный айон-диск. Так, пытаются как-то подцепить кристалку, но это было в основном для того, чтобы просто оп, снять. Так, опять у нас на топе драка. 6 левел даунбрейкер. На самом деле 6 левел тут ей не, ну, не особо поможет. Куда ей некуда лететь. Ой-ой-ой, ультимейт от Зевса не помогает. К сожалению, да, никого не получилось убить. Вот если бы Даунбрейкер умер, возможно бы и Пугна там откисла. Ну, очень опасно, на самом деле, Джиггернаут играет. Еще и Квапа подлетает тут. Так, ну, Квапы, четвертый скрим. Первый блинк, можно на самом деле просто прыгать и, да, давать скрим. Успевает, открутится крутилка, в итоге не наносится дэмэдж. Надо хотя бы кого-то забирать. Ну, кстати, был еще ультимейт, да? Так, и тут у нас Зевс подходит. Но инвиза. Тут есть центр, кстати. Вот на него бы не наступить, Зевсу. Тогда все будет прекрасно. Так, в итоге у нас Зевс делает телепорт. Находит тут ЦМ-ку. Но ЦМ-ка должна, по идее, умирать. У нее, в принципе, ничего нет. Да, и ЦМ-ка у нас погибает. Идет сюда еще и Даунбрейкер. Ой-ой, краешком буквально задевает на Кункевича. В итоге Кунка в таверну. И еще попытаются как-то заместить за Зевсом. Но у Зевса, как я уже говорил, руна невидимости. Поэтому все нормально. Так, на топе у нас ультимейт. Ой-ой-ой, очень круто Квапа сыграла. Подставились под ультимейт. Так, у нас драки просто по всей карте. В итоге, да, уходит в инвизи у нас Зевс. Пытается забрать лондруида, но и лондруид погибает. Погибает еще и медведь. Надеюсь, он не в КД, да, не в кулдауне. В итоге, да, 9 минута, что там уже поздновато. Но я думаю, что он переключается на нетворсы. Ну что, мид примерно ровненько. Квапа немного ведет. Но это скорее из-за того, что она сейчас забрала... Ну как, помогла сделать 2 килла. Один себе забрала, другой достался Пугне. Так, волчонок у нас тут подставляется. Есть Джиггернаут. Джиггернаут, к сожалению, 5 левела. Но как будто бы и так должно хватать дэмэджа. Есть еще и Зевс. Да, и Зевс контролит фраг. И уже мегаубийство 3-0 у Зевса. А идут там, в принципе, мидеры неплохо. Далее у нас лундурит, в принципе, неплохо. Кстати, лундурит вначале как-то... Не пошла у него линия, но в итоге смог камбэкнуть. В итоге 4200 против 3000 у Кунки. У Кунки, да, проблемы. Ну, правда, два брейсера есть, фейсы есть, ультимейт есть, не надо. Так, опять у нас карта открылась потихоньку, всех видно. Ну и вот она уже и закрылась. Довольно быстро, конечно, закрывается карта, но... Должны у нас
наши профессиональные игроки успевать прочитать всю карту. В итоге у нас на Crystal Maiden нападение. Ставится еще вард от Пугна, подходит Лондруид. Но не хватает немного, да, добить его теперь хватает. Но здесь, кстати, это все дело под вардом, поэтому потерял все хп и всю ману. Так, получается, как будто бы, да, Расту немного подцепить. Да, и Раста погибает. Летит еще и Даунбрейкер сюда. Ну вот это уже как будто было лишнее, да? Возможно, волчонку просто следовало где-то там стоять, фармить. Потому что Нетворс, в принципе, хороший, но мог быть и получше. 2000 преимущества у нас. Давайте посмотрим, что у нас говорит Dota Plus. Dota Plus, кстати, жесткую притопку давала за команду Касперского. Тут 66%, но сейчас все в нуле. 50 на 50. Видно, что пока что равная игра, равные команды. Посмотрим, что у нас как дальше будет. Так, у нас тут выход. Выход, правда, крест. Первого левела. Интересная раскачка у Кунки. Даже Кунки тройки как будто бы к смарку берут в 2 и Таймбрейкер в 2. Ну, Таймбрейкер в 1, поэтому есть небольшие проблемы. Также проблемы с левела у Шэдоу Шамана. У него нет 6-го. Потому что вот у Рокла 6-й есть. И это, конечно, все прекрасно, но хотелось бы получить варды. Да, хотелось получить варды. И хотелось бы, наверное, вот эту вот Квапу 9 левела, который тарит фастер чит. Кстати, фастер чит крайне неплохо. Так, ну, со смог выход. Видят Лондруида. Нужно выходить с хиксом. Ну, как будто бы вдвоем вы его не убьете, да? Так, ну, видно его. Правда, почему-то никак Лондруид не реагирует. Так, корабль залетает. И Труформ, кстати, успевает прожать Труформ. В итоге идет какой-то отхил, но... Не хватает слишком много дэмэджа получает. И в итоге мега убийство для Малдедуна. Подтягивается еще команда здесь. Кстати, у агента Артема есть 6-й левел. И вот если подцепить этого Кунку. Так, у нас тут еще Квапа потихоньку у нас. А вот Расту не удалось добить. Вот он, сила пассивки. Да, пришлось еще туда нырять. Но как будто бы Квапа и не против. Так, Оракл немного стал в АФК. Возможно, думал, что уже погибнет. Ну, а Зев, кстати, тут Солянова добрал Квапу на ручную. Ультимейтом добил. Бежит агент Артем, чтобы дать второй скилл. Ну, а... Ну, кстати... Да, ну, план был ясен. Даже немного не пошло. Взяли просто крест. Ну, у нас, конечно, битва просто не на жизнь, а на смерть. Постоянно какие-то файты. Есть Омни-слэш. Но Омни-слэш как будто бы не самый лучший, да? Ну, удалось забрать Пугну. Тратится в итоге крутилка просто, чтобы... Добавить себе МСа и догнать эту кристалку. Но в итоге кристалка уходит. И произошел тот самый файт за батон, как я его называю. Вот, кстати, возможно, реализация Арчида, хотел сказать я. Но никакой реализации, подходит Зевс, прогоняет эту Квапу. В итоге пока что Арчид у нас без реализации и немного бесполезный. Но все равно топ-1 Нетворса удержит Квапа. Интересно, что будет дальше тарить. То есть дальше куда-то в дэмэдж, либо, может, сразу БКБ, потому что, на самом деле, без БКБ играть против драфта справа очень тяжело. Так, блин, сейчас будет в кулдауне. Хотят кого-то найти, понимаешь, тут будет какой-то герой, вот сейчас видят Джиггернаута. Еще и под руну мудрости забирают ее, так, Джиггернаут на фейзах пытается уйти, ультимейт. Но, кстати, он, по идее, не погибнет, да, и нужно его догонять, в итоге... Прыгают уже под Т2. Джаггер орет в микрофон. Ну где помощь, парни? Под Т2 дайвят. Но команда в это время у нас сносила мид-вышку с помощью вардов. Ну, в принципе, какой-то размен дали. И спасибо. Так, Угна, куда он выходит? Ну, неужели байт? Такой байт, интересно, получается. Пока что байт ценой фида, да. И в итоге это и есть просто фид. Еще и вард отдали. Ну, не самый удачный маневр получился у нас от господина Петра. Что у нас у Даунбрейкер? Давайте посмотрим, какой затар. Ну, пока что ничего, да, пока что ничего. Хочет себе дизоль, дальше блинк, шард. Ну, в принципе, такой классический дэмэдж сборка. Правда, БКБшки не будет, без БКБшки тяжело. Что у нас есть у медведя? Тоже дизоль. Два дизоля в команде будет, есть еще мом.
Ну, как будто бы да, как будто бы на медведе по-любому нужен дизоль для демеджа построения. И также хочет еще себе Аганим Шарп. Очень приятный. Так, Вапа у нас, помним, что с Сайленсом и хочет себе Вичблейд, насколько я понимаю, да, то есть то, что без БКБ играем. Но, видимо, БКБшки будут потом. Так, что давайте посмотрим коров оппонента. Джаггер у нас Мелшторм. Дальше Яша, возможно, будет Манта, чтобы как раз скидывать с себя Арчит. Полезно. У Зевса уже, кстати, да, Зевс на топ-1 Нетворс. Ну, там, различие в 10 голды, но все равно есть Филактерия, есть Кая. И вот Зевс, представляете, вот именно Зевс хочет БКБшку. Потому что понимает, что без БКБ тут играть в целом невозможно. Кстати, видят Квапу. Очень много урона, кстати, от Филактерии прилетает, но... Подцепить тяжеловато. Нужен блинк на Шидо Шамане. Но Шидо Шаман, кстати, хочет себе глиммер. Возможно, ошибка. Возможно, нужно как-то блинк тарить. Потому что, на самом деле, очень тяжело врываться. То есть, можно это делать только с креста Кунки. Который, кстати, собрал себе Бладмел первой шмотки. Дальше ходит Аганим. Пытаются забрать медведя. Парни, ну, вообще, медведя будет тяжеловато забрать. Вы еще сейчас его своего Т2 лишитесь, по идее. Ну, кстати, если магии бить, то можно и забрать. Так, летит Домбрейкер. Сюда корабль убьет сейчас медведя. Медведь прожал форму и уходим, да? Просто отдали вышку. Да, в итоге на вижен у нас была Квапа. И опять она, кстати, на вижене. Блин, кулдаун, но вот опять не кулдаун. И просто уходит она. Видим мы, что болеют за команду Касперского, болеют также за у нас ядро. Так, ну вот все-таки удалось подцепить. Так вот, в No Vision зашел, да, и Шиду Шаман под Хекс. Третья сеточка. Есть, кстати, вардики, можно выйти сломать какой-нибудь Т1, если попросить Джиггернаута пропушить. Джиггернаут, я думаю, не откажется пропушить. Да, пингуют у нас. И, кстати, еще и стаки нашли. Ну да, тут вроде не так много, 2 стака, но все равно неприятно. В итоге немного отыгрывает у нас команда Каспердкова. А по задержке 5 минут задержка у нас на стриме. В целом, классическая задержка. Dota Plus потихонечку переобувается туда-сюда, говорит, да, я на самом деле в душе не знаю. Что тут, кто тут, новая мета, Dota Plus еще сама. Как будто бы не решила у кого что и посильнее будет. На Рошана, кстати, хотят выйти у нас команда Касперского. Очень неплохой вариант. Да, под вардами довольно быстро это будет происходить. Плюс еще можно вардик поставить. Никто у нас не умрет. И как будто бы такой... Либо выход не особо читаемый, либо ядро отдает у нас Рошана. Решает там не драться. Просто пушат вышки. Ну, есть медведь, почему бы не пропушить? Ну, вот сейчас уже как будто стало понятно, да, где у нас команда. Есть скан. Скан не используется. Да, все, победили Рошана, забрала Егис на Джиггернаут. Будет ему теперь попроще. На самом деле, как будто бы на Зевсе, да? Вот как будто бы на Зевсе хотелось бы взять. А Егис, чтобы точно не умереть, все-таки у Джаггера хотя бы крутилка есть. Так, под Т2 у нас тут. Хотят все-таки драться. Опять у нас пытаются убить медведя, но подставляется очень сильно Раста. Но не умрет она, по идее, от этого Арчида. Да, тик пройдет. Так, ультимейт повесил уже Оракл, чтобы Кунка жил. Ну, Квапа заехала, на самом деле, в один конец. Очень файт так себе. Пока что проходит для ядро. Потеряли они своего мидера. Ну, еще и как будто бы фит произошел медведем. Да, медведев уже никуда не уйдет. В итоге плюс 300 для Зевса. Неплохо. Перевызываем. Но главное теперь уйти, кстати, на вижене. На вижене у нас медведь. Бегут за ним. Уже четвертый крест. Но пока что нет, пока не достает, и в итоге у нас заканчивается файт. Ну, файт определенно, как видим, плюс для Касперского. Зевс 5000 дэмэджа нанес, но это потому, что он потом в конце еще ультимейт дал. 7 арклайдингов успел выдать. Какой там кулдаун? А, ну кулдаун. Конечно, интересно. 1.6. Буквально постоянно мушекасит. И почти есть БКБшка. Так, опять у нас расцвет. Видим по мини-карте. Ну, вот этот расцвет особо ничего не дал, да? То есть, как будто бы...
Способность прикольная, но в каких-то моментах она просто ничего не дает тебе. Интересно, а когда Домбрекер мертва, и вот идет переход рассвета, работает ли эта темка? Надо будет как-нибудь проверить. Так, у нас тут выход. Пытались КПУ зажать. Кстати, очень крутой Сталинс. Его можно по-быстренькому снять БКБ. Главное уйти, теперь КВП. Ну, КВПа не уходит, к сожалению. И также еще и Пугна подставляется. Минус 2 в размен на Егис. Явно не то, чего хотели у нас команда Ядро. Да, очередной плохой файт. И это уже прям плохой-плохой файт. Тут уже даже размен не удалось дать. Все это в Егис. Плюс отдали мидера. Плюс 1500 для команды Касперского. Пишут там в чате, что Касперский рискует попасть в лузера. Ну, пока что не знаю. На самом деле, да, есть преимущество небольшое, 2000, но оно в основном все в Лондруиде, да. Медведь сильный. Хочет себе башер, но как будто бы контроля тут достаточно, чтобы этого медведя не дать ему бить. Так, тут выход на Даунбрейкер, который также играет у нас без какого-то подсейва, да, и должна она, по идее, умирать. Легко и просто. Контролит у нас тут фраг Гимли. Ну, как будто бы должен быть звоночек, да, для Даунбрейкер, что может без даггера, может лучше сыграем как-нибудь через БКБшку. Временно, кстати, Торментера забирает команда, главное, чтобы никто не умер. Так, ну, Орку, кстати, тут почти откис. Да, удалось забрать. И, кстати, очень крутой шарт получает у нас Чудо-шаман. Чудо-шамана, в принципе, хорошая игра, да, 6-3 Нетворса. Есть даггер, есть арканбуцы. Все правильно он сделал, кстати, да, то, о чем я и говорил в начале игры. Хотел он сделать себе сначала какой-то дев-шмоточку, да, но я больше советовал блинк, и так и получилось. Взял себе блинк. Мне кажется, это правильный вариант. Все-таки с блинком увеличивается многократно килл-потенциал у команды Касперского. И еще и философский камень находит. Ну, теперь будет сам богат, но теперь можно и гримерок затарить. Почему бы и нет? Так, есть уже, кстати, ман тут Джаггернаута, теперь он не боится арчидов. И на самом деле можно смело сказать, что арчид вот этот подстовый оказался не реализован. Да, интересный выбор был у наших зрителей посмотреть один, ну, какой-то странный крупный турнир с какими-то там тир-1 командами. Ну, либо посмотреть реально крутой матч Ядро против Касперского в верхней сетке серебряной лиги ЛЧБ. И я думаю, что все, кто тут на трансляции, все сделали верный выбор. Тем более, махач у нас тут солидный. В принципе, 27 фрагов за 23 минуты. Больше фрагов в минуту. Это у нас, ну, конечно, не вечеринка Егора Крида, но явно не пустыня. То есть, фраги есть. И все еще ничего не понятно. Да, давайте по Dota+. Dota+, кстати, да, то есть, есть перевес по голде у ядра. Ну, 63%. Все-таки пик, да? Пик очень нравится у Касперского. Плюс Dota+, на самом деле, за Дивса очень часто болеет. Дальше хочет Актарин, ну, тут все по классике. Дальше можно, в принципе, и Аганим затарить. Кстати, видно у нас Лондруида, видно и Зевса. В принципе, всех видно. Да, так. Руформ юзается, пытается у нас тут хоть кого-то замочить. В итоге Омнислэш так себе, летит сюда еще и Даунбрейкер. В принципе, неплохо приземляется. Варды ставятся, все со всеми фигарятся. Ну и как же так, БКБ не спасает нас Зевса, также Раста погибает. Но пока что не погибает, успевает уйти на своему новой пассивке, но не спасает ее уже минус 4. И Кунка также в таверну. Вот он файт, которого так ждала команда Ядро. На самом деле очень плохая позиционка получилась. Файт немного растянулся. В итоге вся команда была как-то по одному. И медведь всех съел с квапой. Давайте посмотрим по дэмэджу. Ну да, еще и Пугна. Сколько же она своим вардом надамажила. Просто 3700 дэмэджа. На самом деле Лондруид 215 написано, но, к сожалению, просто Dota не считает урон от медведя. Да, есть небольшая проблемка в этом. Но я думаю, что на самом деле медведь очень много надамажил. Ну и Даунбрейкер тоже очень круто залетел. А здесь видим, что Джаггернаут, на самом деле ультимейт Джаггернаута полетел совсем не туда. Да, в итоге он улетел там в крипов. Уже была плохая позиционка. Ну, так файт не должен начинаться вообще ни в коем случае. Касперскому явно нужно нападать первым. Какой-то такой вижен, который есть только у них.
Вот тут у нас, кстати, смоки юзаются. Смоки были не подвиженным. Прыгает квапа. И хотят эту квапу забрать. Но вот сейчас, кстати, два саппорта прямо на вижене. Ой-ой-ой. Ну вот сейчас посмотрим, какие тычки у нас будут от медведя. Так, Оракл под саленсом. Ну вот, вот, вот такой дэмэдж, да, примерно мы и ожидаем. Тут, кстати, прилетает Кунка. Он, кстати, Кунка с Аганимом. Все летают на батутах сюда. Опять летит у нас Даунбрейкер. Приземляется. И это минус на Джаггернаут. Далее будут еще и аннигилировать нас Расту. Пойдут ли дальше? Но дальше уже маны. Маны слишком мало. Так, ну пошел, пошел какой-то сноубол непонятный. Как будто бы не стоило тут драться, да? Ну, вот этот вижен не был прочекан. То есть вот тут прочекали вижен, тут прочекали. Но вот тут два сапа еще и подставляются. Нельзя, нельзя никак саппортом погибать. Оракл даже ультимейт не успел никуда выдать. Ну, в принципе, как и Раста не смог свои какие-то контроли выдать своевременно. Проблема еще в том, что на самом деле, если вы погибаете здесь, то база у вас очень быстро будет падать. Потому что медведь это тот еще деконструктор. Тем более есть дезолятор, есть гиперкамень. И совсем скоро будет еще и ребра. В итоге база очень быстро упадет. Если еще один будет файт такой, как были последние два. 40 секунд с Дорошана. Рошан у нас будет, получается, на топе. Надо потихоньку занимать эту зону. Пока что вот на вижене видно у нас квапу. Видно Даунбрекер, который все-таки купила себе блинк. Ну и вот сейчас, да, хочет БКБшку. Также у нас хочет БКБшку квапа. Купила на Eternal Shroud. Но вот Eternal Shroud, кстати, интересный выбор. Интересный выбор, потому что против Зевса и против всей этой магии он спасает. Еще и ман дает, что нужно квапе. Поэтому как альтернатива БКБ, неплохой выбор. Это мы поддерживаем. Угны, давайте посмотрим. Ну, тут, кстати, неплохой такой сейф персонаж получается у нас. Есть Глиммер, есть Юл. Наверное, очень хочется... Есть, кстати, еще и Шарп. Очень хочется Виндвейкер. Тут, кстати, далековато, как будто Блондруид зашел. Он на вижене. Видимо, считает, что тут все прочекано, потому что есть вард от их команды. Но вот этот вард был поставлен после, поэтому о нем никто не знает. Рецается Рошан, пингует туда квапа. Говорит, парни. У меня ДД, поехали. Ну, а Даунбрекер у нас будет, скорее всего, толкать нижний лайн, если что, прилетит на ультимейте. Да, это такая вот фишка Даунбрекер, которая не всем доступна. Скан, кстати, дает у нас силы тьмы. Понимают они, где оппонент, но сделать с этим ничего не могут. Так, ну что, ультимейт у нас съезжается. На самом деле, ультимейт больше на прочек Даунбрекер. Да, в итоге Даунбрекер у нас удается связать. Но, а что делать дальше? Какое-то странное нападение получилось. Еще и отдали ультимейт. Да, небольшой не пошел, пошел разлад, да, как будто бы в действиях. Явно не скоординированная атака. Хотя, казалось бы, ультимейт... Ну, как будто бы Зевс, да, кидал ультимейт, мало ли кого-то там добить в Раша, не дать вижен. В итоге увидели Даунбрейкер эту, дали Хекс, были втроем, но, видимо, резко поняли, что втроем дэмэдж-то не хватит. Ну, тогда зачем было отдавать варды, не очень понятно. Ну, ладно. Что было, то было. 7 секунд, не так уж и много. Есть уже Кираста, хочет Скади. Интересный выбор, кстати. Ну, против Оракла Скади всегда неплох. Плюс дополнительное замедление. Торментера еще нет, поэтому будем ковырять вышку. А Егис у нас взял Лундруид, да. Ну вот то, о чем я говорил. На самом деле контроля много на этого медведя. Не может он просто так бить. Медведю как будто бы тоже БКБ надо. Интересно, задумывается ли об этом. Сейчас он просто умрет, например. Так, ну не хотят отдавать медведя. В итоге летит сюда Даунбрейкер. Ну, минус ультимейт Даунбрейкера. И затягивает еще и медведя сюда, оригинального. Так, минус Мишка. Ну и не хочется, да? Не хочется быстро призывать нового, чтобы его не убили. И в итоге... Ну, почти снесли вышку. Пару бластов от Пугна и... Так. Видят опять всю карту. Но опять же, вот... Ну да, карту всю сейчас было видно. Ну а зачем это надо? Учитывая то, что...
ни к чему это не привело. Так, нападение у нас тут на Квапу, которая слишком далеко опять блинканула. Такой аркадный плей. И на кресте, по идее, верну. Надо же добить парня. Парня надо добить. Ой-ой, какой большой реген у нее. И блинка откатывается. В итоге не умирает, но Сквапа. А умирает кристалка. Ну, кристалка это вообще то, с чем готовы расстаться. Как же в итоге не умерла у нас Сквапа. Но опять какие-то нескоординированные действия у нас от Касперского. Просто не добили там буквально 50 хп. Дали прожать ультимейт. Еще и Тернал Шрауд все захилил. И вампиризм на самом деле очень круто сработал. Да. Так, Домбрейкер с БКБшкой. С большим лотосом. Интересно, что будет тарить дальше. В принципе, можно, если прям какой-то дэмэдж билд, может какой-то дайдау затарить, потому что урона много. Можно какой-нибудь гарпун. Ну, для гарпуна как будто бы уже поздновато, да? Можно взять Линкин сферу, чтобы вешать, если что, на кого-то. Ну, либо для себя. Ну, варианты есть. Кристал Мэйден у нас, кстати, без шарда. Но с блинком, с глимером. Хочет также БКБшку. Также есть, кстати, философский камень. 15 тысяч преимущества у нас. Давайте Дота Плюс. Видим, как она переобулась. Ну, кстати, 15 тысяч преимущества Дота Плюс дает 75%. То есть, в принципе, все еще верит потихонечку. Чуть-чуть верим. Команду Касперского. Полторы минуты еще оегится. Хотят все-таки хотя бы Т3 снести. Уже вся команда в ожидании. Есть Труформа, но нужна Пугна, на самом деле, она тут самый важный персонаж. Во-первых, нужно вар поставить, а во-вторых, нужно бластами пинать эту вышку. Ну, кстати, вот сейчас очень быстро у нас, хотел сказать, погибнет медведь, но быстрее всех погибает Раста. Ой, очень крутой, амнифлэш по всем прыгает, еще и все на корабле, но Даунбрейкер успевает нануть ульт. В итоге на батутах все прыгают, Оракл в сайленсе, не может дать ни одной кнопки. В итоге минус 3 уже, все без вайбеков. Ну, и как будто бы попахивает конечной, да, попахивает конечной. Никто не умер у нас, даже Аегис не выбили. Очередная аркада у нас от Квапы. Но видим, на самом деле, что очень много дэмэджа уже у Даунбрейкера с помощью его. Ну, ультимейт Зевса, к сожалению, никого не убил. Он даже для этого байбэкнулся. Ну, вторую сторону, кстати, могут не забрать, потому что через 14 секунд два саппорта уже появятся. Крест на себя, Кунка. Ну, видим, что на самом деле Кунка, да, бедноватый. Уже Пугна его даже перегоняет тихонечко, да. Есть, конечно, Аганим, есть Блэдмейл, но не хватает каких-то шмоток. Ой-ой, очень крутой плей, кстати, от Кунки. Может попытаться Пугну забрать, но есть Юл, по идее. Можно было на Юле себя поднять, чтобы крестом не вертачали, но... Даже так, все нормально. 25 тысяч преимущества, выбили байбек. С мидера команды оппонента. Хочет себе Виндвейкер. Ну, да, Виндвейкер это, как мы знаем, всему голова. Лучший предмет в доте. Аквапау у нас, по идее, должна себе нести БКБшку, да, я так понимаю. Ну, по идее, должна нести БКБшку. Потому что ей еще тут, в общем-то, нести. Давайте посмотрим, как дела у Джиггернаута. Джиггернаут у нас с Мьёльнир Мантастайл. И хочет себе Аганим, ну, не хватает, да, уже прям большое преимущество, 23 тысячи медведь. Ну, надо смотреть, конечно, в этом медведе. Да, и покупает он БКБ, очень правильный выбор. Но теперь, на самом деле, что с этим делать Мишка вообще непонятно. Он может даже вас не грызть, он просто нажмет БКБ, 9 секунда, и вам базу разобьет. Глифа у вас, кстати, нет, и не будет еще 3,5 минуты. Но пока что боятся идти, понимают, что... Матч важный, матч верхней сетки. Победа дает тебе проход там чуть ли не до, я так понимаю. Ну, давайте. Пока что тут фарм. Посмотрим, куда дает у нас проход победа в этом матче. Ну, в принципе, в почти что уже финал виннеров, да, я так понимаю. Да, это финал виннеров будет. И там останется всего лишь два матча до... Победа в целом в лиге. Серебряной, но все же. Кстати, очень крутой вижен тут стоит от команды Ядро. Видят они все перетяжки. Плюс этот вард, он обычно не чекается. Его не сломать, только если туда Зевс как-то попадет. Ну что, вот она. Пошел демонтаж. Ой-ой, как же круто влетает у нас Даунбрейкер. Пол хп минус Джиггернауту. Есть, кстати, у него уже Аганим. Так,
ставится вард. И, кстати, видели, тут Т3 стояла, а вот ее уже и нет. А вот и нет бараков. БКБ, интересно, будет жать, но, видимо, не будет. Залетает туда Раста, но очень плохой влет. В итоге удалось поставить, конечно, вардики. Ну, кстати, довольно странно. БКБ прожал у нас Тихоня. Это может стоить ему жизни. Хотя очень крутой влет под БКБ от кристалки. Просто всем наносится куча дэмэджа, но в итоге погибает у нас медведь. И еще и умнислэш по всем. Но проблема в том, что нет БФа, поэтому умнислэш просто как бы по одиночным целям работает. Но минус кристалка. Так. Отходит у нас команда. Мега крипов не удалось сделать. В основном, кстати, не удалось из-за того, что лондруид просто нажал БКБ, когда у медведя было там буквально 100 хп. Можно было попробовать как-то его перевызвать и на нем, на пловом нажать уже БКБ и хотя бы барак добрать. Да, давайте посмотрим итоги боя. 3000 зарабатывает, кстати, команда Касперского. Так что подефать еще они немного смогут. Ну, не знаю, на самом деле, насколько вот реализовался этот... Это БКБ на Зевсе. Возможно, оно как-то оттянуло другие шмотки. В принципе, БКБ это стоимость аганима. Мог бы быть аганим. Не знаю, помог бы он или нет. Но все же. Так, в итоге фармим дальше. Дарашан опять 40 секунд. Но теперь уже, наверное, некуда спешить. И просто фармим. 3500 денег, кстати, у копы. Интересно. На что копим? Ну, можно грейдануть, например, арчит. Либо взять какую-нибудь шиву. Тоже неплохо. Ну, либо так как это мы уже в лейтгейме, то, наверное, надо брать хекс. Так. На топе у нас. Раз на самом деле довольно агрессивно ставит вижен. Да, чекает Рошана, понимает, что он есть. Сюда летит уже ЦМ. Ставит варды свои, да, и, к сожалению, вижена лишается. У нас команда Касперского. Идут они в смоках. Так. Джаггер в смоках. Только Зевс вдали от команды, но у него вроде как есть ультимейт, он сможет чем-то помочь. Так, кристалка, кстати, ревелит смоки, ставит вижен. Пингует, что вот тут вижен подставили. Так, ну, опять какой-то плохой файт намечается у нас для команды Касперского. Надо им срочно бежать отсюда и отдавать как будто бы Рошана. Играть-то можно только на хайграунде. Не на хайграунде, слишком тяжело. Там хотя бы на тебя бегут оппоненты и можно хоть как-то там откидываться. Ну, даунбрейкер, кстати, уже с виндвейкером. Можно вот этот хлам, мне кажется, уже продать, да, потихонечку. Так, у нас тут идет забор Рошана. Рошан рычит, где-то аганим. Кому интересно аганим? Но аганим хочется... Ну и Квапе хочется, и Лондруиду хочется аганим. Так, ну что? Ну да. Квапа берет аганим. Аганим не меняли. Shadow Strike. Очень крутой получается у него. Ну. Больше будет дэмэджа, больше хила, больше вампиризма от заклинаний. И хочет себе паразму. Ага. Ну, паразма тоже неплохая шмоточка. Хотя как будто бы тут уже прям вот хекс просится. Подорчит, тем более. Так, ну что, выход. Есть, кстати, глиф. Очень много зависит от Shadow Шамана. Так, а вот тут еще лотус, и что делать. И в итоге минус. Барак, мега крипы. Глиф, кстати, мы не юзаем. Но глиф, видимо, будет юзаться уже на трон или типа того. Кстати, медведь погиб. Так, опять очередной очень крутой вырыв от кристалки. Юзает на ультимейт, но, к сожалению, все просто убегают. Не удалось никого не зафиксировать. А на кресте сейчас, кстати, вернут мишку. Папа, ультимейт опять мимо. И это, кстати, минус второй медведь. Минус два медведя у нас. От лондруида и 100 секунд. 100 секунд, но как будто бы своей цели добились. Поэтому понимает эта команда Касперского, что надо догонять. Сталка тут пытается как-то на себя забайтить. Но в итоге выезжают в квапу. Не успевает она ничего нажать. И минус квапа. Ну а нас баем. Сбаем. 28 тысяч преимуществ. Уже мегакрипы пошли. Очередной у нас рассвет, в котором мы все видим. Кстати, видно.
еще и варды. Ну, правда, потому что они были под центрой. Ну, что? Дота плюс, что говоришь? 1%, один фаник нам дается на Касперского. Ну, и правда, тяжеловато будет. Конечно, на самом деле, дефать-то могут очень долго у нас Касперский. Тут и Зевс, и Джиггернаут, и Кунка. И в целом два сапа также могут дефать. Ну и что, мы ждем Рошана 6 минут? Или все-таки попытаемся как-то закончить на месте ядра? Плюс... А, ну да, что мы ждем? У нас же еще 3 минуты есть Аегис. И через 30 секунд уже будет Саммон Бир. Для себя Лундруид приготовил рефреш. Ну тоже неплохо, да. Как раз вот на такие случаи, когда убивают медведя. И надо срочно призвать еще одного. В итоге у медведя будет, в принципе, 3 жизни. Что, в принципе, не может не радовать. Так. Ну, пока что голый фарм, да? То есть мы взяли Аегис. И пока фармим. Ну, допустим, ждали Квапу, да? Ждали мы Квапу. Чтобы убить Терзатель. Главное, опять же, не погибнуть. Даже ультимейт не пожалел у нас. White Neo. Так, и... Получает у нас Шарк Лундруид. Кстати, хотел он вроде сам купить, но в итоге не купил. Ну, точнее, он купил медведя, да, для себя он его не купил. Получил бесплатно. Ну, почему бы нет, приятно. Так, ну что, команда Касперского закупилась на базе, но Джиггернаут, кстати, фармит. Не на базе, есть у него нулик. Это как раз против Пугны, против этих нулифайеров. Неплохая шмотка. Хочет себе еще Скади, но как будто бы дэмэджа, да? Мало очень дэмэджа. Ну, посмотрите. То есть, ну, Манта дэмэдж не дает. Мы, ну, это понятно, не дает. Аганим не дает. Мьёлнир, ну, дает молнии. Ну, фейзы понятно. Но вот только нулик 75 урона дает. Ну, и Скади тоже дэмэдж не дает. Как будто бы вот вместо фейзов нужна рапира, да? Нужна рапира, и тогда, возможно, с двух ультимейтов, короткого и длинного, можно будет что-то получить. Но пока что просто фармится, толкается пачка. И в итоге, да, вот просто весь Аегис профармили у нас команда. На самом деле не очень понятно, чего ждем, что мы фармим. Возможно, хотят, чтобы хоть как-то подставилась команда Касперского, но она как будто бы не, ну, никуда и не торопится, она никуда не подставится. Ей как бы тут приказано долго жить, но на базе. Поэтому с базы она никуда не пройдет. Гема, да, вот еще гема как будто бы не хватает команде ядро, потому что вы уже зажали оппонента настолько сильно, что можно и гемчик прикупить, чтобы полностью лишить вижена. Кстати, послушал также меня Аквапа, купила Хекс вместо Паразмы. Я уже чувствую, что как будто бы стрим слушают. Правда, зачем слушать комментатора, они же ничего не понимают. Так, ну говорят, что нужно работать парням из ядра, что еще ничего не ясно. В принципе, согласен. Такую игру еще нужно выиграть, потому что вот, например, проиграть такую игру на месте Касперского легко. Им, в принципе, ничего делать не надо. Крипы сами все снесут. А вот проиграть на месте ядра, это на самом деле тяжело. Плюс еще и это огромный минус морали. Если ты как будто бы проигрываешь такую катку, то на следующую ты уже выходишь просто с головой, которая смотрит только в пол, песок. Ну, вы поняли. Так, ну что? Продолжаем фармить. Возможно, хотим 25-й на квапе, но как будто бы такие таланты у нее что-то особо ничего не решает. Кристал Мейден у нас уже с бутсов бирингом. Хочет себе шардик. У Пугны у нас есть пайп. Очень неплохо против Зевса даже в лейтгейме. Есть лотус. Крутая шмоточка. Дух медведь у нас. Баттерфляй. Хотя духу медведя, чтобы Джиггернаут не так много бил. Но Джиггернаут у нас явно будет без... Ой-ой-ой. Очень опасно. Для вора тапок. Ну, еще и, кстати... Сам себе шардик получил у нас Джаггернаут. Теперь Блэйд Фьюри с
увеличенным радиусом, также замедляет врагов. Есть 5000 денег. Но нужно на байбек. Да, давайте, я думаю, что включим байбеки. Что-то сейчас самое важное. Байбек есть только у Раста и только у Джиггернаута. Так, ну вот теперь у меня есть хоть какая-то логика, почему никуда не идет у нас команда ядро. Возможно, они просто ждут байбеков на всех героях дофармить. И тогда уже пойдут, чтобы просто не проиграть эту игру. Так, ну что? Преимущество-то не растет, да? То есть, вот, кстати, был 1%, теперь 2%. Целый 1% нафармила у нас команда Касперского. Что у нас по шмоткам у Касперского? Кстати, есть рефрешер у Зевса. Шабана пока ничего. У Оракла есть мека, хочет себе грифсы. Кункевич взял себе Шиву, хочет доедаус. Это интересный выбор. Ну, видимо, понял, что демеджа не хватает, хотя как будто бы ему тут так БКБ просится. Очень сильно. Ну и Джиггернаут, мы уже помним, что хочет Скади. Есть у него 6000. Возможно, передумал, да, и просто фармить на рапиру, чтобы были какие-то шансы. Посмотрим. Дарашан еще минута 35, на самом деле. Довольно долго. И так как команда довольно далеко находится у нас, ядра, то удалось даже снять какой-то вижен вот здесь. Вот тут какой-то вижен поставить. Но это довольно большая ошибка, мне кажется, от команды ядра. Надо было зажимать команду Сперского пожестче, чтобы они вообще вот отсюда не выходили ниоткуда. Так. Ну что, Джаггер? Сейчас уже 7000 будет после этой пачки. Все еще ничего не покупаем, хотя есть уже 4000 у нас избытка денег. Даунбрейкер. Даунбрейкер взял Абиссал и хочет себе силовой блинк. На самом деле Даунбрейкер очень много урона. Она уже может почти что в соло керить эту игру. 30-й левел, ну, 25-й левел, минус 5 секунд перезарядки Старбрейкера. Ну, немного нам, я надеюсь, осталось ждать хоть какого-то файта. Потому что через 2 секунды спавнится Рошан. Господин Петр даст об этом знать. Пингуем. Ну, видимо, без пингов. Войси так сказал. Да, бегут туда. Тихоня бежит туда. Господин White Neo. Ну, а господин Волчонок никуда не бежит, потому что ему и не надо. У него ультимейт есть. Так, кому Аегис, кстати? Кому Аегис? Ну, к Вапе, наверное. Хотя есть рефрешер, ну. Если хотят прям сносить, то, наверное, Лундруиду, да, надо все равно давать. Не хотим мы давать Квапе Аегис. Хотя, учитывая, что у Квапе Аегиса нет, она обычно играет намного более активно. Да, вот, дали Квапе Аегис. Мне кажется, что это правильное решение, потому что Квапа все время залетает куда-то далеко. Наносит кучу дэмэджа, а Лундруид больше стоит как-то в сторонке. В основном у него медведь бьет. Тем более медведь с бабочкой. Сейчас, на самом деле, довольно легкая должна быть игра для ядра. Нужно просто развести на глиф, а дальше уже делать техники. Так, ну что, никакой рапиры не будет. Купил у нас Скади, Джиггернаут. Ну, как будто бы Скади это не предмет на победу. Так, на топе у нас. Поймали. Бедного шедого шамана, в итоге он погибает, но есть бай. Как же так неаккуратно сыграл. Так, пытаются у нас очередной раз забрать медведя Тихоня. Так, БКБ залетает ЦМ-ка, но на самом деле не очень круто залетела. Получилось, что получила свифт флэш. Спасает у нас Кунку.
White Neo погибает. Так, пока что как-то все плохо выглядит. Нужен инстахекс на квапу. Но Копай нажимает инста БКБ. Пытается нас забить Расту, но просто выпрыгивает. Так, еще один свит флэш, но уже нету, кстати, омни слэша. Есть БКБшечка у духа медведя. Залетает еще и домбрейкер. Варда. Главное вард убить. Ну, кстати, джиггернаут просто непробиваемый какой-то получается у нас. Да, в итоге волчонок погибает. Но джаггер стоит в рутах, бьется изо всех сил, хилится, но не хватает этого. И байбек. Минус медведь, плюс еще один медведь. Но БКБшки нет, кстати, у медведя. Медведь грызет трон. Так, а вот клиф. Да, глиф сейвили как раз на этот момент. Еще очередной свифтлэш. Нужно добить Пугну, чтобы он никого не спасал. Да, в итоге добивается Пугна. Ну и медведя нужно догонять. Кстати, Бай нажала ЦМ-ка. Она тут скоро будет. Так, кстати, Аегиса-то нет у Лондруида. Да, и получает он дэмэдж. И Лондруид нас умрет. А он без Бая. 1500 не хватает. Ой-ой-ой, крипы-крипы-крипочки. Спасаем, да, спасаем мы трон. Ну что? Очень крутой файт. 7000 голды у нас выиграли за этот файт. На самом деле. Команда Каспертского. Даже не потратили байбеки на Зевсе и на Кунке. Потратили байбек только на Расти и на Джаггернауте. Но Джаггер дофига заработал. Вот нужно им МКБ, потому что есть уже Баттерфляй. Нужно хоть как-то попытаться хоть на что-то развести на самом деле оппонента. Там все-таки... Ну, либо понять, что бая нет. Это толкнуть линии. Так, ну что, чувствую на самом деле, что матч у нас не приблизится к своему окончанию. Ни на йоту. И, возможно, будем ждать 5 минут до следующего Рошана. И только тогда мы пойдем. Возможно, будем ждать вообще Т5 шмотки. Кстати, Домбрекер сигнализирует, что здесь у нас Джаггернаут. Давайте его поймаем. Так, а Джаггер, кстати, реально здесь. Его видно, Хекс получает очень много дэмэджа, но и он не успеет, наверное, после ничего прожать. Ну, кстати, успевает хоть что-то нажать, но это его не спасает. Да, к сожалению, Джаггер без байбека. Ну, как же так? Столько дефали, столько стараний, мучений, но как будто бы все напрасно, да? Как будто бы... Не получится тут уже никак засейвить базу. Даже глифа нет. Так еще и тут Раста, возможно, без бая погибнет. Да. Дают колбу ей ТМ-ка. Без байбека у нас погибает. И я думаю, что можно потихонечку писать ГГ и поздравлять команду игрок с выигрышем первой карты. Ну, кстати, что-то Лундрит не спешит. Он в развалочку идет. Есть байбек у нас от Кунки. Вся команда ядро просто бьет трон. Не обращает внимания на оппонентов. Ну, наверное, это и правильно. Зачем? Если трон упал, то вы победили. ГГ. 1-0. Ядро закрывает эту партию. Поздравляем их. Хорошая игра получилась у нас. На самом деле, ну, вот где-то до мидгейма даже не было понятно, что к чему. Но дальше уже пошел небольшой сноубольщик. Тогда допустила команда Касперского. И дальше уже было дело техники закончить игру. Хотя даже с мегакрипами, мне кажется, сколько там, минут 15 дефались. И даже выдали хороший файт, но дальше, к сожалению, Джаггер загулял. И все закончилось плачевно. Давайте посмотрим статистику. Да, вот на статистика этой игры. По дэмэджу Квапа очень много, Пугна очень много. Но видим мы, что Пугна на самом деле имба патча. Ну вот, объективно, и реально имба патча с этим вардом. Ее, мне кажется, надо банить. Что касается команды Касперского, тут Зевс, ну это и понятно, 84 тысячи дэмэджа. На самом деле Джаггернаут очень много нанес. Да, стоит его отметить. В принципе, даже нельзя сказать, что кто-то там сыграл плохо. Ну просто вот так получилось. Два буквально, да, вот даже по графикам можем это отследить. Вот даже здесь... Все, в принципе, более-менее, потому что у Лундуида и должно быть много денег. Но даже с таким перевесом спокойно убивали Мишку, спокойно убивали оригинального героя. Но вот буквально два файта вот на 30-й минуте и уже преимущество под там 15-20 тысяч. И с таким перевесом уже играть, конечно, сложновато. Ну что, вторая карта совсем скоро, через буквально маленькую паузу. Так что
перейдем на нее и вернемся уже с пиками второй карты. Не переключаемся.
Всем привет, дорогие друзья, еще раз приветствуем вас на Лиге Чемпионов Бизнеса, Серебряная Лига, верхняя сетка, ядро против Касперского, вторая карта, давайте переходим уже к пикам, там они уже вовсю начались. Так, ну что? В этот раз у нас команда Касперского играет за Radiant, команда ядро будет играть за Dire. В целом. Классическая обмен сторонами. Смотрим по пикам. Касперки взяли у нас Зевса, Слардара, Гримстроука и думают над четвертым пиком. В свою очередь ядро Джаггернаута, Шэдоу Шамана, Дизраптора и Найтсталкера. По банам у нас Касперский. Забанили Феникса, Вайда, Даунбрейкера, Пугну и ЦМ-ку. А ядро заблокировали Тимбера, Легионку, Акса, Лишарка и Урсу. И берет себе на четвертый пик темпларочку. Касперский. Что можно сказать по банам? Например, то, что, я так понимаю, трех героев из прошлой игры заблокировал Касперский, как будто бы не хочет против них играть. Ну а у ядро просто метовые баны. Кстати, странно, что Бара не в бане, потому что Бара тоже очень силен со своим аспектом на опыт. И, честно говоря, еще ни разу не видел темпларку. Что не видел еще на просцене. А вот кого видел, так это Найтсталкер. Найтсталкер плотно как будто бы входит в мету с этим аспектом, который меняет день и ночь местами, плюс продлевает на 15 секунд ночь, а день на 15 секунд короче становится. Ну, короче, все круто. У Найтсталкера становится и лайнинг повеселее. Так, сверху, если смотреть по расстановке, то как будто бы три кора уже взяты, да? Зевс как будто бы медовый, да? Слардар тройка, темпларка керри, гримстроук саппорт, ну и какой-то еще саппорт еще выйдет. Возможно, Зевс будет у нас также на саппорт позиции и доберется еще какой-то керри или мидер. Посмотрим. Как раз ядро тоже так думают и банят мидеров. Потому что темпларка будет типа в керри собираться. Хотя темпларка тоже может мид постоять, и тогда нужен будет керри команде Касперска. Что касается ядра, тут все просто. Джаггер Кор, Шэдоу Шаман, Дизраптор 2 сапа. Найтсталкер у нас троечка. Ну и будет какой-то мид персонаж. Кстати, банят, да, Лундруида, не понравилось против них играть. В итоге Трента добирает Касперский. В итоге так и оказалось, что три кора уже были взяты. Угу, интересно. Так вот, смешно, что Касперский забанили как раз четырех из пяти персонажей, которым они проиграли в прошлом матче. Настолько им не понравилось. Так, у ядра еще на самом деле 2 минуты почти что, если судиться доп-таймером, на подумать. Мид будет против Зевса, то есть... В целом, можно взять Квапу опять, а почему нет? Единственное, что против темпларки, да, тяжело играть, она своими трэпами, которые будут с огненным шардом, с сайленсом. Тяжеловато будет против этого играть, Квапе. Но в целом, можно взять просто там БКБшку или ЕУ, и тогда все попроще. А против Зевса, как мы помним, Квапа неплохо постояла, даже в плюс для себя. Немножко. Какие еще есть? Давайте посмотрим, кого нет. Да, то есть нет Пака ОД, Лишрак, да, очень-очень крутой медовый персонаж. И выходит Кунка, но только уже за команду ядро. Кунка против Зевса, ну, по идее, тоже постоит неплохо. Свое должен брать. Что ж, Касперский будет играть за Рейдиан. Мао Цзэдун у нас на Зевсе, Осел на Слардаре. Вортапок на Гримстроуке, Зайка на Темпларке и Гимли НН на Тренд Протекторе. Ядро, они же ядроты, за Дайр. Тихоня будет исполнять на Джаггернауте, Петр 3-4 Рус на Шэдоу Шамане, Агент Артем на Дизрапторе, Волчонок на Найтсталкере и Вайт Нео будет у нас на Медовом Кунке. Так, ну что... Интересное противостояние. Снизу, в принципе, пик довольно классический, дефолтный.
сверху такой более интересный, учитывая, что есть какой-то тренд, есть темпларка, тем более не медовая, да, а керри. Ну, в остальном же, да, в принципе, довольно простые герои, которые у нас часто встречаются. Будем сейчас смотреть, какие аспекты взяли у нас игроки. Вот хочется посмотреть на аспект Дизраптора, Гримстроука, наверное, и Темпларки, потому что их мы видим реже, чем других героев. Ну, по крайней мере, пока. Пока еще никто не нашел прям люто имбовый пик. Уже нашли имб отдельных, но прям пик такой имбовый, мне кажется, еще найден не был. Ну что, Гримстроук у нас, кстати, без Дота Плюса. А тут у нас за кем следим? Унка, седьмой, ну... Погнали в игру. Погнали в игру. Так, ну что, опять у нас пока что без смоков. Ну а вот Касперский решил смоки нажать. В свою очередь, смоки не жмутся. Команда Ядро. Да, кстати, для тех, кто, возможно, сейчас в шоке, почему день... Почему началась катка, а мы все видим. Это потому, что Найтсталкер взял тот самый аспект, который, как мы видим, меняет день и ночь. Ну и плюс продлевает ночь и уменьшает день. Поэтому мы начинаем с дня. И тут смоки очень выгодны, потому что все-таки без них совсем тяжело. Так, в итоге у нас тычка. Могут подцепить, кстати, Джиггернаута, но у него крутилка, как будто бы на него нет смысла идти. В итоге Джиггернаут... Первый врывается, но главное не перебоковать тут Джиггернауту. Ой-ой, очень крутой инксвелл. По троим также стан, по троим у нас с Вардара. Держит Петр хоть кого-то, но Петр тоже, получается, погибнет. Или нет? Или курицы спасли? Ой-ой, какие же крутые курицы спасают они. Но волчонок, к сожалению, не успевает никого добить. В итоге 2 в 1 у нас размен. Ну, вообще чудом, конечно. Вот эта пассивка, конечно, это как будто бы что-то нечестное, да? Особенно в начале. Когда реально могут не добить тебя. 2 в 1. ФБ у нас забрал Гимли. Ну, наверное, хотелось бы, чтобы ФБ забрал кто-то другой, какой-нибудь Кор. Но даже так неплохо. В итоге по деньгам 900 на 400. Селедка, да, я думаю, селедка больше всех рада. Она заработала больше всех после рента. Так, у нас тут гоняют эти дримы Строука. Потому что Дизраптор взял на первом левеле Thunderstrike, но оно и правильно. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Тут будет у нас такой интересный лайнап, потому что Grimstroke плюс Лордар, линия классическая. В целом, со второго левела уже могут убивать, но вряд ли будут убивать Джиггернаута, а вот господина Дизраптора убивать одно удовольствие. Так, что у нас на миде? На миде у нас здесь против Кунки. Давайте тогда как раз и начнем смотреть за теми самыми аспектами. Зевс у нас взял способность Static Field наносить больше урона, чем ближе жертва. То есть не взял аспект, который в прошлый раз взял. А, нет, подожди, это же Малзеду на нем играл. Да, все правильно. Просто поменял аспект и решил, что вот тот ультимейт, который скачет, это не так уж и сильно. А вот Static Field — это идея интересная. Так, дальше у нас Grimstroke. С чем у нас играет? Grimstroke у нас с Inkswell'ом, что позволяет активировать его преждевременно. Ну, в принципе, на самом деле, как будто бы у Grimstroke оба аспекта не очень сильные, поэтому на это особо внимание обращать мы не будем. Так, Слардар, кстати, погибает Темпларка у нас. Интересно, как это произошло. Видимо, перебуковали на Найтсталкера ночью, а явно, что на Найтсталкера перебуковывать не стоит ночью. Ну да, подводит под сетку, в итоге умерла. Так, сейчас словят Трента. Парни, ну Трента вы не убьете, у него все-таки два первых скилла и фэри-фарик. Фэрик есть, точнее. Так, ну что, Слардар у нас взял... Слардар, кстати, интересный выбор совершил. Взял он аспект на броню. Погибать. Гримсоу, конечно же. Смогут ли дать размен по Дизраптору? Еще один удар нужен. Но его не дадут. Не даст на Джиггернаута получить
дизраптора, в итоге размен не получается. Так вот, Слардар, на самом деле, да, очень интересный у него аспект, потому что обычно все берут как раз первый аспект, который усиливает спринт, причем усиливает неплохо, так? Ну, а 40% от брони, ну, как будто бы не так уж и сильно, но посмотрим, возможно, есть какой-то план. Темпларка. Смотрим, что она взяла. Взяла, расходует защитный эффект, дает дополнительный эффект урона. Ну, то есть, по факту, баф рефракшена неплохой такой. Учитывая, что рефракшен очень быстро обычно сбивается, в любом случае, в файте и на фарме. Зато больше дэмэджа будешь наносить. Так, и Трент у нас взял Лич Сид, чтобы ее можно было применять на точку, которая будет даже посажена дерево. Но чуть меньше урона наносится крипам. Но дерево, кстати, нельзя срубить. Если ты его срубаешь, то оно сразу прорастает обратно. Так, на топе у нас опять очередной махач. И под инсвеллом пытаюсь все-таки забрать господина дизраптора. Есть та, но и дизраптор уже, по идее, никуда не уходит. Хотя лотус не хватает. 19 хп остается у него. Да, в итоге просто потратили кучу ресурсов. Не убили дизраптора. Пока что... Скиллами туго тут на топовой линии. Ну, а по фарму, кстати, все нормально. Да, 17 на 4 против 16 на 0. Как будто бы даже получше фарме, да, у нас селедка. Давайте дальше пойдем. Раста взял у нас, в принципе, тот же аспект, который брали в прошлый раз. Как и Джиггернаут. Вот дизраптор взял у нас. Тандерстрей бьет молния всех врагов в области действия Kinetic Field. Ага, интересно. То есть ставишь Kinetic, и у тебя Thunderstrike работает. Как будто бы с этим аспектом хочется... хочется максить, да, Thunderstrike и Kinetic Field хотя бы в один. Довольно неплохой такой АОЕ дэмэдж получается. Так, возвращает Слардар, но скорее просто так размять. Но на самом деле разминать уже тяжело. Есть стики два бруска. Поэтому Слардар тут крепенький такой. Так, Найтсталкер мы уже знаем, что взял. И Кунка у нас, в принципе, все то же самое. Аспект на X-Mark. Ну, видим, что кто-то поменялся. Новые герои тоже прочитали. А те герои, которые были в прошлой карте, аспекты свои особо не меняли. Ну, кроме Зевса. Так. Очередное нападение на Слардара. Ну, как его убить-то вообще? Да, вот... Господина Дитраптора понятно, как убить. Надо было, нужно взрывать, кстати, Инксвелл, чтобы нанести урон по агенту Артему. Но не удалось ничего сделать в этом плане. Так, на низу. У нас, кстати, ноль закончилась. Давайте посмотрим нетворсы. 3000 нетворс у нас, кстати, у Севса. Ведет он мид в этот раз на 400 рублей против Кунки. Ну, Кунка тоже, в принципе, идет неплохо, так что, я думаю, в целом всех все устраивает. Далее у нас тут все довольно ровненько. Единственное, что на самом деле Найтсталкер как-то недофармивает. Учитывая, что ночь уже была, то есть теперь ему придется мучиться целых 4 минуты. Пытаются напасть на Трента, но это как будто бы плохая идея. Да, скорее тут Волчонок просто умрет. Да, еще и Зевс под ультимейт. Еще и сам сюда подходит. Хочет забрать у нас Расту. Расты маны нет. Но теперь появилась, кстати, опасность Зевсу. Да, нужен какой-то телепортейшн. Телепортейшн приходит от Кунки, но поздновато. Так, Кунка, на самом деле, отъехать можно. Да, потому что баб корабля-то еще не висит. Ой, какой же плохой телепорт у нас от Кунки. Так, очередная неплохая сеть, но... Ой-ой-ой, как же круто развел у нас тут Раста своими курицами, но, к сожалению, не помогло это ему. И 2000 преимущества у нас за Касперским. Да, плохой отрезок от команды. Так, у нас тут, кстати, битва была за руны мудрости. Хотел дизраптор подворовать. В итоге не смог и, скорее всего, просто умрет здесь. Учитывая то, что тут уже Слардар на спринте бежит. Кинетик спасает. Ну, просто сорки добьют. Ну, решает отдаться. Немного времени, да. Засейвили.
6-3 счет. 2000 преимущества, смотрим. Dota Plus. Dota Plus у нас, в принципе, ровненько, но сейчас уже 62% на Radiant. А тут еще и Зевс, поэтому особенно им нравится. Нравится. Так, Nightstalker. Ну, плохая игра, уже понимаем мы все, что у Nightstalker очень плохая игра. И на самом деле он сейчас, возможно, тоже умрет. А, до ультимейта 2 секунды. Ультимейт. Вот он. Вот он. И очередная смерть для Баланара. Пятый левел он. 2300 нетворса. И тренд его уже почти догоняет. Тут, кстати, стаков довольно много. Наделал Гримстроук. В принципе, для темпларки, наверное. Ну, или для Зевса того же. Есть у Зевса уже 4-й арклайтинг. Скоро совсем будет Кая. И вот этот матч, на самом деле, прям пахнет, ну вот, ничьей, знаете, да, то есть пахнет 1-1, очень сильно пахнет 1-1. Такое начало очень оптимистичное пока что. Ой-ой-ой, еще Джиггернаут погибает, ну, прям все, не слава богу. Сейчас у команды ядро, на всех линиях какой-то провал. Летит у нас тут Нео. Минус агент Артем, нужно хоть какой-то размен дать. Получится ли забрать Слардара? У него довольно много хп, есть стики, но погибает, погибает. Но фраг забирает Раста. Хотелось бы, наверное, чтобы какой-то Кунка забрал. Так что, я думаю, что все устраивает команду Касперского. Кстати, 5-й левел Джиггернаут. Все еще не 6-й. Ну вот теперь 6-й. Гривсток зачем-то остался. В итоге подставился под два фрага. Прилетает еще и Слардар. Ну, кстати, это сказать довольно променчиво. Но тут вроде есть Зевс. Правда, у Зевса нет ультимейта. А ультимейта есть у господина Джаггернаута. И не хватает МС, да? Не хватает немного МС. Поэтому надо просто уходить. А у нас тут опять Баланар погиб. Как будто Баланару надо понять, что уже нет смысла возвращаться на нижний лайн. Нужно либо идти помогать своим братанам на топе. Ну, либо идти как-то в лес, фармить 6-й, и с 6-м уже выходить под ганг какой-то. Так, а куда Гримсток пошел? Вот она, ночь, наконец-то. Ну вот под ночь можно тоже пофармить лес. Правда, Hunter and the Night 1-го левела. Все еще раз-то, кстати, на подходе. Кидается Бурундук, снимает его... Джаггернаут, и как будто бы селедка тут должна умирать. Да, достает сетью. Огромная сеть, конечно, у Расты. Так, еще и ворот тапок у нас тут возвращают. Вот этот вар, да, он очень сильный. Очень сильного ядро вот этот вар. Который просто палит всю движуху. Есть, кстати, уже варды, змейки у Шеду Шамана. Смоки хотят обойти, как-то поставить вижен, может... Кстати, видят очень много стаков. Говорят, Джиггернаут, а не хочешь ли ты зафармить кучу стаков вместе с Кункой? Так, а я, кстати, Кунка-то на варде прошел, и по идее знают. Да-да-да, знают, что фармят стаки, но как будто бы стаки важнее, тут очень много голды. Да, и с помощью... Куда ж тут Слардар? Бежишь, браток. Бежит Слардар на четверых, но очень далеко его команда. Удается подцепить Дизраптора. Но я думаю, Дизраптор дал кол, что... Парни, оставляем меня. Даже зайки стянутся, чтобы не все стаки у нее украли. Украли только крипов обычных, инши на месте. И вдвоем вместе со слом. Зайка и осел фармят у нас тут. Но, на самом деле, от осла тут можно только... Это что, коррозив кейс попросить? В остальном спокойно тут одна зайка справится. А вот Тренту лучше бы не красть у нее экспу. Потому что у зайки, ну, 8-й левел. У Кунки 10-й. У Джаггера 7-й. Хотя у Джаггера, по идее, на 1000 меньше. Почти что. Джаггер у нас с Falcon Blade и хочет 7 мидас. Да, то есть настолько плохая игра у Тихони, что он понимает, что... Единственная вещь, которая поможет ему камбэкнуть в этой игре, это Мидаст. Мидаст на Джаггера, в принципе, неплохая идея. Все-таки дает атак спид. Проблема в том, что драться не сможет он. Так, а у нас тут перетяжка со стороны
команды Dire под нижний лайн, чтобы снести Т1 под вардики. Закрыл, кстати, Кунку. Но у Кунки фейзики, так что ничего страшного. Может, пробовать даже нет как-то подбайтить, но не ведутся. Джигнот, кстати, показывается у нас на топе. Если у него ТП, но по идее, Блэд Фьюри ТП, кто может сбить? Может сбить селедка, если у него настака на 3 удара. А все-таки настака на 3 удара. Хочет себе, кстати, арчит. Так, ну если будет сразу удар. Да, вот в этом проблемка небольшая. Ой, какая крутая привязка от Гримстроука у нас тут. И просто погибает в секунде у нас Джиггернаут. Видите, сюда еще и Найтсталкер. Не могут никак найти ту самую курицу, в которой у нас спрятался Раст. В итоге находят. И это минус еще и, скорее всего, Найтсталкер. Да, минус 3. Прилетает еще и Кунка. Но зачем? Ну вот. Не очень понятен, зачем этот файт. У вас даже Дизраптор не полетел. Хотя у него было ТП. Ну, понятно, почему он не полетел. Он сразу понял, что этот файт особо никому не нужен. Отдали бы Джиггернаута. Вы, в принципе, нормально поспитились по карте. Снесли Т1. Ну, а в итоге отдали после трех героев. И еще и вышку. Еще и на Рошана у нас выходит. Вот так вот. Очень быстро играют, на самом деле, Касперские. Хотят они... Не хотят, так сказать, откладывать эту карту в долгий ящик. Окончание ее. И под Corrosive Case, под Темпларку, под четвертый Мелт. Очень быстро Рошан падает. И интересно, кто заберет. Темпларка, либо Зевс. Но только не Слардар. Ну, ладно, парни, окей. В итоге Слардар у нас забрал, видимо, с идеей того, что он будет вырываться. Но проблема в том, что Темпларка не забрала. Ее вот можно убивать, например. Ей, кстати, летит Дизолят. Ну, теперь прям совсем много дэмэджа будет у нас. У Темпларочки есть Драгонлэнс, Дизолятор, ПТ. Ну и Даггер, Ганимшард. Все, джентльменский набор готов. Так, что у нас у селедки? У селедки, на самом деле, 200 рублей до Сайленса. И Сайленс тут очень серьезный, потому что скидывать-то вообще нечем. И Джиггернауту еще кучу лет фармить. До Манты. Так, ну что, Душаман тут умер уже. Он еще не знает. Но он уже умер, да, так и есть. Агенту Артему я бы посоветовал также, да, уйти куда-нибудь подальше отсюда. А Кунка у нас, кстати, выбрал интересный такой вариант билда через Eternal Shroud, то есть без Bloodmail. Но Bloodmail на самом деле плох против Темпларки и против Слардара. Так что да, как будто бы Eternal Shroud тут поинтереснее смотрится. В целом можно было зарашить Аганим. Но хочется какую-то промежуточную шмотку, чтобы хоть какой-то жир был. 6000 преимущества у нас. Смотрим, что по графикам. 83% дают на Radiant. Ну, пока все так и есть, да. Пока что все так и есть. Юзается глиф. Будет ли какую-то драку принимать? Так, ага, вот он и Сайленс на Слардаре. По идее, сейчас в моменте должен умирать у нас господин Дизраптор. Да, Дизраптор не дал ни одной кнопки. Очень крутая завязка, которая не дает просто... Найтсталкеру двигаться, туда же пара ультимейтов. Минус 2 саппорта, остается Джиггернаут с Мидасом. Парни, Джиггернаут с Мидасом, это на самом деле не тот герой, который готов драться на 16-й минуте. Да, вот так вот очередной плохой файт для команды Ядро. Будет сейчас сноситься Т2. И, кстати, еще 4 минуты будет день. В этом есть небольшая проблемка. И плюс кулдаун 100 секунд у Найтсталкера. Хочет он и Лактерию. Интересно. Интересно, Найтсталкер и Лактерии. Ну, как будто вот сейчас уже драться очень тяжело. На такой минуте 10 тысяч преимущества — это слишком много. Как будто бы на самом деле Темпларка, ну, вместе, в принципе, с поддержкой со стороны Тимстроука и Тренд Протектора могут и на хайграунд пойти, почему бы и нет. Сейчас не очень понятно, как убивать героев. Тем более, ну вот, без ночи, без ультимейта Найтсталкера. Вот как убить эту Темпларку? Как убить ее в целом, не очень понятно. Ну, Зевса, допустим, убить можно, но вот Лардар тоже как убить. У него Егис, Арчит, скоро будет Блинк. И пока что Арчит — это не тот Арчит Квапы из прошлой катки, который особо не был реализован, но вот это хороший арчит. Уже была первая реализация. Ну, идут, да, идут на хайграунд.
Хотят стянуть, если ТПшки. Давайте посмотрим. Есть, есть. Есть. Ну, у всех есть ТПшки. А если глиф? Да, есть глиф. Глиф юзается. Напоминаем, да, что сейчас глифы немного изменили. И теперь он откатится только после того, как снесется не Т3, а милишный барак. Так, селедка говорит, ну, у меня Егис, что, можно побить. Т3, конечно, тяжело дается. Так, забайтил на себя Слардар. Но на самом деле надо бы, да, переагрить тайвер. Ой-ой-ой, чуть не умер у нас. Слардар, потому что стики юзать. Но это минус, да, минус Т3. Летают сюда все. Есть ночь Баланара. В смоках. Так, цепляем мы темпларку. Но нужно как будто бы Баланару куда-то туда вот залететь, чтобы саппорта вырезать. Отличный блинк от Трента. Великолепный просто ультимейт от него. Все та же привязка, что и в прошлый раз. И минус у нас, по идее, Раста должна быть. Да, Раста погибает. Ставится пауза. Теряет Аегис у нас Слардар. И, к сожалению, лагает темпларка. Интересно, это она бежит на лагах на базу? Ну, хотя на базу она бы вот так бежала, да? У нас тут телепортация, ТП-то в КД, ТП-то в КД. Есть блинк, ну, как будто бы тут Джаггер не должен выживать, учитывая то, что еще и Даггер есть у Трента. Быстрый Даггер, крутая шмотка. Но видим мы, на самом деле, что тяжело, да? То есть вот уже драться невозможно почти что. У всех есть какие-то блинки, слишком много урона. Вы стоите в корнях Трента, снять это нечем. Плюс еще и Гримстроук просто шедеврально вяжет у нас каждый замес. Давайте смотрим сюда. Умрет ли Джаггернаут? Пейбэк от Расты. Удар, тычка и еще одна, по идее. Ой-ой-ой, не туда. Ой, опять не туда, парни. Ну, неужели он уйдет? Нет, все нормально. Добили Джаггернаута. Немного отходим. Есть пейбэк от Расты. По факту можно опять собраться вместе и пойти, потому что... Ну, почему бы и нет? Нет двух коров. А у вас, в принципе, все живые. Гримстрок сейчас тоже подойдет. Минус ренжовый барак. Ну и бьют милишные. Раскидываются у нас тут меточки потихонечку. Так, ну и как раз прекрасно все сработано со стороны команды Касперского. Но вот только сейчас главное уйти и никого не потерять. Очень много урона, кстати, по Слардару что-то прилетело. Так, Раста у нас... Ну вот, Раста у нас не погибла, но вот погибла только теперь. Так, опять возвращают крест, корабль, Слардар должен погибать. Или нет, или не погибает, или опять привязка шедевральная от вора тапок. На двоих у нас Бурундука повесили. Ну, кстати, осел должен умирать. Ну да, осел умирает, но погибает уже два героя команды Ядро. Также разбивается у нас Вардик. Ну, кстати, Смарка опять возвращает нас Дизраптор и погибает еще и Гримстроук. Но вот это уже лишнее. Это уже точно лишнее было. Какие-то деньги мы отдаем. Но отдаем саппорт. Даем саппортов. Это все не важно. Зато вот Темпларка живая. Есть у нее блинк. 10 зарядов на дезоляторе. Есть у нее Аганимшар. Так что... Все вообще прекрасно. Кстати, видят ее. Она-то без Аегиса. Так. Нейтсталкер. Бежит. Видит. Бежит, видит. А если центре? Говорит, парни, она тут. А центрик, пожалуйста, центрик. Хоть что-то, просветка. Так, ни у кого нет просветки? Так, есть просветка у Шедо Шамана. В этот момент уже уходит, врывается Слардар. Ставится туда, кстати, Шторм. Ну и Слардар как будто прыгнул не особо, да? Приятно. В итоге отличная привязка. Очень плохие варды шамана стоят. Они блокируют кунку. Ну как же так? В который раз уже раз оставить на своего Кункевича на сварды. Но даже несмотря на это удалось каким-то непонятным образом у нас забрать темпларку. Ну вот это уже на самом деле плохой звоночек. 2500 зарабатывают у нас команда Ядро. Да, и уже потихонечку. Дота плюс в какой-то момент давала 96%, сейчас у нас возвращается до 89, 7 тысяч преимущества. И вот он Аганим на кунке. Слушайте, ну вот Аганим на кунке это уже серьезно. На самом деле это хорошее подспорье на тимфайт. Если еще и Шадушаман перестанет ставить свои
змейки на кунку и подальше от файта, то будет вообще прекрасно. Но стоит отметить, что на самом деле Шедушаман купил себе блин. И его хиксы, и шаклы очень крутые по игре. Это точно стоит отметить. Стоит также отметить Дизраптора, на самом деле, который очень круто глимсует. Хотя у него вообще шмоток никаких нет. Что-то ему сейчас летит. Так, Джаггернаут с Мидасом. Пока что в целом ни одной готовой шмотки у него нет. Есть Майлшторм, хочет себе манту. Но мало-мало у Джаггера. Ну, я уж не буду говорить, что у Найтсталкера просто почти нет шмоток. Бегает с голой филактерией, хочет себе блинк. На самом деле, как будто бы Найтсталкеру нужно просто, да, то есть берешь блинк, включаешь ультимейт, врываешься на Гримстроука или Зевса, включаешь второй скилл и зонишь. Просто, чтобы он хотя бы не кастовал. Ну, а остальное оставим своей команде. Ну вот, кстати, Мидас потихонечку, да, начинает себя оправдывать. Нет, если затянуть игру, на самом деле, еще минут на 30, я думаю, что у ядро-то посильнее будет драфт, потому что тут и Раст с хиксом, и, ну, не будем забывать, да, статик агонимный, рано или поздно он будет. Так, на топе у нас поймали кунку, ну, парни, ну куда же так далеко? Так, еще и Шедушаман подставляется, ну, правда, даггер в кулдауне. Возможно, спасет это кого-то, но явно не Шедушамана, хотя... Так, подвязали. Агент Артем ставит статик. Просто для того, чтобы никто никого не убил. Ой-ой, какой блинкаут на Сатрасты. И он не слэш. На самом деле очень крутой. Убили Слардара. Ультимейт. Так, просто не надо подходить к своим. Так, ждем, пока ультимейт закончится. Тут у нас, кстати, тренд. И видно, видно его. Пингует туда команда. Говорит, парень, тут тренд. Но тут тренд даггер. Как будто бы... Зря летит. Ну... Посмотрим, смогут ли забрать. А вот досты закончились, и тренд спокойно на Ге уходит. В итоге размен 1 в 2, но по голде даже в плюс, на самом деле, для ядро. Тем более, деньги заработал Джаггернаут. И почти у него манта от тыщенка еще осталось. Ну да, не совсем почти, но совсем скоро. А у нас, кстати, Рошан. И Рошан второй уже, потому что первого очень рано убили. Вот он и второй с не очень большим таймингом резнулся. И под этот Аегис, я думаю, захотят вторую сторону забирать. Пока команда ядро у нас в смоках. Кого-то ищут. Интересно, кого ищут. Потому что на Рошана явно не успевают. Хотя бьют очень долго. На самом деле могли бы успеть. Но пользуются этим пока что, чтобы просто пофармить. Сломать Т1 вышку. Забрать баунти руны. Да, в итоге... Рошан погибает, и в этот раз уже Темпларка берет Аегис, что гораздо более логично. В прошлый раз летят все в телепорт, так, ну в портал точнее, на нижний лайн. Хотят тут кого-то ловить, ну или хотят просто пойти по нижней линии, да? Хотя Пихоня мог бы раскипать пачку, да, наверное? Но тут Раста подставляется, но вот в этот раз уже Раста никуда не должен уходить. У него еще и сработает. Как будто бы у этого фоуплея нужно добавить, чтобы оно не срабатывало, да? То есть срабатывает или не срабатывает, потому что иногда ты не хочешь, чтобы оно срабатывало. Потому что ты в любом случае умираешь, чтобы поддотейвить это на следующий файт. Потому что все-таки кулдаун 90 секунд, ну, не супер большой, но существенный. Кстати, на варде видят Джаггернаута, но вряд ли полетят они все на... туда его ловить. Просто понимают, что его не будет на базе. Значит, можно спокойно пушить. Так. Ну, кстати, если будет файт, то это будет первый файт, когда кунка будет с аганимом. Надо еще как будто бы взять талант какой-нибудь, да? Да, берется 20 урона и времени подбрасывания у торрента. Теперь все будут на жестких бутылках. Влетает Раста. На самом деле, ну, ой-ой-ой. Даже интересно, как так получилось, что удалось все это прокастовать. В итоге Слардар очень далеко долетел, погибает. Он подрубается ультимейт. Все в Дизраптора. Ну, как будто бы так себе цель. И Темпларка оказывается в очень невыгодной для себя позиции. Буквально компрометирующей. Так, завозит ее под Т4. И это килл. Размен Аегис плюс 3 героя в одного Дизраптора. Удастся ли еще? Эх. Не удалось, улетел в итоге тренд. Блин, вот был бы повтор, было бы вообще прекрасно. Но просто великолепный файт проводит у нас команда Ядро.
3000 отыгрывают они, и как будто бы full comeback, да? То есть, ну вот, линия, да, вы забрали, ну и что? Дальше... Совсем, совсем нагло. На самом деле, могли просто академично, дисциплинированно подойти, бить вышку, по кулдауну рефракшн отходить. Но зачем-то Слардар прыгает вот сюда, получает ультимейт дитраптора, погибает. Далее темпларка прыгает вот сюда. Ну, совсем, совсем как-то аркадно сыграли. В итоге были наказаны. 5000 преимущества, смотрим, тут топ-плюс. Тут топ-плюс уже 74 на 26. Но все еще сильна, сильна вера в пик Radiant. Хотя как будто бы на самом деле Джаггер в лите тут очень силен. Прям невероятно. Тут Найтсталкер, который, ну, когда-нибудь доберется, да, до своих шмоток. На самом деле он уже почти догнал осла. Вот так вот мы живем в мире, где волчонок почти догнал осла. Кстати, нападение тут на господина Джаггернаута. И манту он на самом деле довольно так себе использовал. Еще и привязался Раста к нему, но в итоге, по идее, должен уходить. Так, прыгает сюда Трент, отличный ультимейт. Но нет дэмэджа, есть Таллинс. Есть Омни Слэш на самом деле, но добивает его просто Блейда. Господин Зайка, еще и Пунка. Ну куда же вы, парни? Вот это закидон. Вот это закидон, говорит сейчас волчонок своей команде. Парни, ну куда же вы? В итоге три байбека приходится сжать. В смоках у нас команда, ну надо тогда всех оставлять здесь, а Эгиста нет, темпларки, но у нее есть БКБ. Так, Хекс. Хекс сбили, но не сбили БКБшку, и он мне слэш, к сожалению, плохо попрыгал. Добивает змейка, раз, ты просто какие-то невероятные тычки догонят до этой темпларки, не успевает у нее откатиться рефракшн. В итоге опять у нас тренд в инвизе засел, и нет, на самом деле, просветки. В итоге удалось забрать одну темпларку. Но это явно маловато. За 3 бая. Но у нас какой-то этот, best of 3 ошибок. Очевидно, что все было уже неплохо. Команда ядро. Буквально камбэкнули они. Все отставание. Даже в файте смотрелись они посильнее. Но просто по одному как-то отдались нелепо. Вот так вот бежали они до дома. В итоге никто не добежал. Пришлось сделать 3 байбека. Да, убили темпларку, получили немного денег, но теперь смерть любого героя, который баялся, и это минус еще одна сторона минимум. Что у нас у селедки, кстати? Ну, селедки на самом деле фарм-то немного остановился. После Арчида и Даггера БКБ довольно долго появляется, еще и шарда нет. Хотя шард тут как будто бы must have. В любом случае на селедке слишком сильно смотрится. Темпларкочка у нас добрала кристалл и скочит себе Дейдалус, чтобы очень больно бить. В принципе, у нее это получается. Тем более под коррозив Хейзен от Слардара. Зевс у нас... А, ну это ручной Зевс. Так вот в чем может проблема. Может, не стоило идти в ручного Зевса, учитывая то, что у вас и так на ручную бьют два героя? Ну, просто ручной Зевс заставляет тебя идти в контакт. А против Найтсталкера, Джаггернаута, ты не очень хочешь идти в контакт. Да и против Кунки. На батутах его летать. Ну, выбор, выбор Зевса. Так. Джаггер. Есть манта. Хочет Аганим. К сожалению, байбекнулся, поэтому Аганим у него немного отдалился от него. Чуть-чуть. Поэтому еще надо пофармить. Кунка... Аганим Этернал Шрауд хочет себе рефрешер, но еще далековато, далековато ему до этого всего. Паланар хотел БКБ себе и прикупил. Так. Летит Кунка на базу, потому что никто не показывается, а крипы доходят уже до Т4. И кому-то надо их деф. Так, ну что? Будут ли опять рисковать у нас команда Касперского? Или захотят все-таки как-то сейвово закончить, подождать еще одного Рошана? Или как-то сначала сделать фраг, а потом уже попытаться снести базу? Пока что просто фарм. Просто фарм, 15 тысяч преимущества, довольно много. Я думаю, тут плюс там опять... Да, опять говорить, что 94% здесь за...
Касперским, но мне кажется, что на самом деле переоценивает, да, немного Dota Plus. Этого Зевса. В основном чисто из-за него дает на такой большой процент. Хотя, конечно, тяжелая игра. Кстати, Джиггернаут опять на том же месте, на котором Джиггернаут из прошлой игры закинул ее в самом конце. Как бы не закинуть и здесь. Все-таки без байбека. Надо как-то аккуратнее играть. Осел, он как-то с арчидом. Ну вот хотят осла забрать. У него БКБ есть. БКБ тэп-аут. Омни слэш, к сожалению, очень плохо попрыгал. Да, и теперь без Омни слэша, ну и без БКБ на селедке. Правда, еще и без ультимейта на Эдсталкере. Вот только как будто бы размен даже в плюс для Касперского. Слишком много ультимейтов они выбили, и теперь тяжело будет драться. Например, сейчас будет Рошан прок. То придется его отдавать без ультимейта. На Баланаре делать нечего. Ну да, 25 секунд до Рошана. А стоит ли трэпа? Давайте посмотрим. Тут стоит трэпа. Ну, на топе будет Рошан у нас. Кстати, видят у нас здесь волчонка. Но успевает он уйти на дагер. Тут, кстати, еще и Джиггернаут с аганимом. Хочет себе бабочку. Бабочка неплохой вариант, потому что все-таки МКБ у нас не планирует покупать темпларка. Так, находит она, кстати, Джиггернаута. Нужно ТП делать. Так, под БКБ заходит у нас здесь Баланар. Отличный торрент, отличный корабль по всем. Наконец-то хорошие змейки. Правда, которые опять закрыли одного героя, который привязался у нас в пунке. В итоге вторая привязка, коррозив кейс по двоим. Ну, как может сейвить хилинг вардом у нас на самом деле господин Джиггернаут, но этого не хватает. В итоге минус 2 в размен на одного саппорта. Кунка без бая. 8 секунд таймер. Ну, попахивает ГГ на этой карте. К сожалению, как будто бы не удастся уже камбэкнуть. Слишком много отдали. Еще Джаггер без вайбека. Две стороны сейчас будут параллельно пушиться. Так, Омни слэш. Ну, Омни слэш такое, чисто чтобы прогнать, дэмэдж нанести. Ну, вот теперь 10 секунд без крутилки, на самом деле. Можно попробовать напасть на Джиггернаута. Если Джиггернаут погибает, то это с инста ГГ. То у него байбека нет. Давайте включим байбеки как раз. Да, ни у кого нет байбеков со стороны команды Ядро. Так, влет очередной на темпларку. Но она же в БКБ. В итоге ничего не делают ему просто герои. Омни слэш, потом свит слэш, 0 дэмэджа. А вот как будто будет по Джиггернауту дэмэдж присутствует. Да, вот так вот ручной Зевс наказывает ребятишек. Минус Смит, остается последний барак. 20 секунд до кунки. Но это точно мега крипы уже. Еще дизраптор, скорее всего, 100% погибает. Да, дизраптор погибает. Ну и можно писать ГГ. Мне кажется, что тут уже совсем тяжело будет это камбэкать. Даже на прошлой карте как-то больше шансов было у Касперского против мега крипов, чем здесь. Совсем не те герои. Хотя пытаются как-то затащить под фонтан, но немного не хватает уже. Слишком много хп у команды Касперского. Да, Джаггер погибает, без вайбека, 105 секунд. Ну так вот, трех героев, да, затащили на фонтан. Но это в размен на еще одного, в итоге минус 4. ГГ, кстати, не пишет почему-то. Решают, что пусть заканчивают, пусть сломают трон. Не будем мы сдаваться перед оппонентом, показывать слабость перед третьей игрой. Ну, возможно, это и правильно. Да, вот так вот поздравляем мы команду Касперского. Не стали они какими-то мальчиками для битья, спокойно отдефались. И забирают вторую карту, и нас ждет третья карта. Да, вот такое у нас интересненькое Best of 3 получается. Так, ну что, давайте посмотрим статистику сейчас. Так, ну что, на самом деле Зевс 14-0-22, даже как-то в полусражении не было этого заметно. Настолько крутой перформанс выдал диджей Миша. Возможно, все дело в аспекте, да, вот этот аспект посильнее. Плюс вот этот билд смог шмоточек нормально нафармить. Ну и в целом 49 тысяч урона.
Хотя в прошлой карте выдал больше, но здесь как будто бы этот урон был более эффективный. Ну и Темпларка реально очень крутой перформанс выдал у нас ASD. У Ядро, можно сказать, что в целом все играли неплохо. Да, у Найтсталкера очень тяжелая линия получилась. Просто невероятно. Вначале просели, отдали сторону, но потом полностью камбэкнули. Это вот будет видно здесь. То есть там вот где 30-я минута, вот здесь. В целом это уже камбэк, потому что деньги есть, не такой большой разрыв для 30-й минуты, там 5000 преимуществ, на 30-й минуте это буквально не деньги, контроля достаточно, чтобы эту темпларку тоже убивать, и зевса, но, опять-таки, один файт, в котором просто по очереди все умерли, пришлось сделать 3 байбека, и дальше уже было слишком сложно. Слишком сложно, и в итоге Мидори Кума забирает эту карту, а мы с вами переносимся на паузу, и вернемся уже с третьей картой.
Всем привет, дамы и господа. Ну что, с вами Лига Чемпионов Бизнеса, третья карта, ядро против Касперского. Пики уже на стадии завершения, так что погнали на них. Так, ну что? По 4 пика уже сделано командами. Ядро у нас в этот раз будет играть за Рейден. Поменялись опять сторонами. Касперский будет исполнять у нас за Дайр. Да, все правильно. По пикам взяли у нас Домбрейкера, Лешака, Вингу и Урса. Это взяли ядро. А Мидори Кума взяли у нас Легионку, Гримстроука, Дровку и ОД. По банам прошлись так. Ядро заблокировали Темпларку, Дивса, Акса, Тимбера, Аэма и Трента. Бан Трента особенно интересный. Настолько они его испугались. И Мидори Кума у нас заблокировали Лондруида, Вайда, Феникса, Пугну, Цемку и Шэдоу Демона. Ну что, можно сказать, что на самом деле в этот раз к нам залетают две имбы. А именно Легион Командер или Шрак. Это сейчас, наверное, тир один герой, который пикаются. Особенно Легионка. У нее в целом довольно имбовый, добавили пассивку и аспект. Герой вообще заиграл по-новому. Ну а Лешрак очень крутой мидер. Со своим монорегеном. Ничего ему не пофиксили, ничего не убрали. А значит, может он в принципе все так же пушить лайны. Сминать врагов. Пушить вышки. Гангать. Фармить лес. Ну, то есть, все плюсы остались у Лешрака, да еще и добавились дополнительные плюшки. Также добирается тут Дровка и ОД. ОД как контра Лешарку небольшая. Ну, а Дровка просто такой кор неплохой. Хотя, надо смотреть, что там Дровки добавили. Насколько я помню, что один из аспектов в целом довольно юзлесный, который позволяет тебе двигаться в третьем скилле. И дизраптор у нас на ласт пик. Ну вот, любит, кстати, Касперский взять трех коров пораньше и добирать уже пятую позицию. Видимо, боится каких-то банов. Ну а у ядра в целом, на самом деле, тоже решили они взять трех коров пораньше. Да, да. И Оракл тут на закрывающий. Кстати, Оракл неплох. Сейвит от дуэли. Сейвит оттуда. Пики интересные. Посмотрим, как Легионка себя проявит. И Урса против Дровки. Этот кор матчап тоже так сейчас встречается. Поэтому будем посмотреть. Ядроты за Radiant играют. Волчонок будет исполнять Даунбрейкер. Вайт Неон на Лешраке. Петр 3-4 Рус на Винге. Тихоня на Урсе. И агент Артем на Оракле. Мидорикума, они же Касперский. Задайр. Осел будет играть на Легион Командере, Вартапок на Кримстроуке, Зайка на Дроу Рейнджер, Мауджедун на ОД и Гимли НН на Дизрапторе. Ждем начала. Совсем скоро мы уже начнем игру и как раз на нее переключимся. Да, напоминаю, что это третья финальная решающая карта. Но это не лузера, это винера, то есть тот, кто сейчас проиграет, он еще не вылетает с турнира, он просто падает в сетку лузеров, но все равно неприятно, потому что если ты тут побеждаешь, то выходишь в финал винеров, и там тебе остается всего два матча до заветного трофея. Ну что, погнали. Приготовьтесь к битве. Так, включаем мы крипчиков и видим, что никто в целом пока что не намерен заходить с маки. Бегут просто на геле, Шрак на своем великолепном месте, 355. Бежит, вард поставили и ждем. Рисуют нас тут игроки, как им пройти лучше.
Тут у нас команда Касперского в смоках. Ставят уже дефолтный вижен. Осел идет первый. Ну, как будто бы первому нужно, да, идти ОД, чтобы спрятать, если что, игрока. А команда Ядро без смоков. Заходят на вражескую баунти. Тут у нас команды как будто бы немного разминулись, да, перемудрили. Подумали, кто куда пойдет, и в итоге никого не нашли они. И, скорее всего, просто разберут рунки 2 на 2. Никакого в начале экшена не будет. Тут, кстати, центриком заблочен кемп. Довольно интересный, кстати, сет на легионку. Такое довольно прикольное оружие посла. Битва начинается. Какое-то слишком огромное. Вот она, карта появилась. Кстати, дровку-то видят сейчас. Да, дровку видят, но... могут ли что-то сделать? Ну, вот сейчас видно. Может попробовать. Нет. К сожалению, не получается сейчас сделать. Тем еще и винга отходит. Могут сейчас принять вот здесь, на выходе. Да, просто кинуть стан, начать бить. Но не убьют, конечно, но хпшку снимут. Да, приходится подойти за раптору. Откидываться. Ну, тут, кстати, уже Треселхаммер откадешился. Так, интересно, тут махач, конечно. А если еще одна... нету. Ой-ой. Представляете, сработал это магнитик репалса. Я думаю, такого никто не ожидал. Да, напоминаю, то, что это новая врожденная способность. То есть, получив больше 250 урона от любого источника в радиусе 400, герой выталкивает всех врагов из области вокруг него. Также радиус 14. И это единственное, что сейчас помогло спасти дизраптора. Давайте по аспектам героев, которых мы не видели, пройдемся также. Винга взяла себе увеличенный урон от способности Magic Missile. 0.75 за каждого крипа, добитого целью. Как будто бы не саппортический, да, аспект. Ну а что поделать? Да, делать больше нечего. Дайбрейкер у нас взял также Luminosity. Так, ну, Disruptor также взял у нас Thunderstrike. А вот Дровка у нас взяла... атакуя с возвышенности, герой носит на 20% больше урона, то есть как будто бы Аганим Шард обязан быть в этой билде. Давайте на низ переключимся. Гримстроук, я думаю, взял то же самое, да, Инксвелл. Легионочка взяла у нас Отцы, то есть урон, нанесенный вражеским героем, способностью Отц превращается в барьер, защищает от всего вида урона, то есть вот это и есть тот самый имбовый, так сказать, ап. Потому что вот и сами по себе довольно сильный спелл, но они еще почему-то дают теперь барьер. Так. Оракл взял у нас лечение от заклинания этого героя увеличится на 1% с каждым его уровнем. Ну, то есть, в целом, неплохой такой пассивный бафчик. И Урса взяла у нас Enrage, то есть урон от атак героя повышается, когда он получает урон под действием Enrage. Оно и понятно, это, в принципе, единственный тоже такой рабочий аспект. Происходит тут отвод у нас на большой спал крипов. Не смогли его как-то проконтролировать у нас команда Касперского. Давайте посмотрим на мид. Да, что у нас на миде. На миде у нас лишь Ширак, который взял последний эффект. Герой восстанавливает себе ману в размере 10% от урона. Ну, а ОД взял у нас... Астрал его накладывает на жертву аллергию на ману. То есть каждое применяемое ими заклинание излечивает владельца этой способности. И также накладывает эффект такой же после ультимейта. А у нас на самом деле ПБ. ПБ было только что. Да, очень такая активная линия. Все-таки винга, даунбрейкер, очень много дэмэджа. По факту есть два стана. И дизраптору тут совсем тяжело жить предстоит. Б забирает у нас волчонок.
что, четвертая минута, можно в целом включить нетворсы. Видим мы, что на миде все плюс-минус ровно. На топе у нас, если вот курьера не убивать, так, а можно ли убить дизраптора? Ну, как будто бы не хватит, да? Да, еще и под вышку подставляется у нас Домбрейкер. Домбрейкер тут страдает, да, то есть 1600 на самом деле это у него с ФБ, то есть без ФБ было бы намного меньше, но и видим, что ядровка не все явно добивает, мешают ей. Вот, например, сейчас очередная отличная атака и не спасает особо Глимс, потому что очень много урона удалось выдать уже буквально там за секунду и погибает ядровка. Ну, понятное дело, 600 хп, пока что очень мало защиты. Еще и Гим рискует здесь погибнуть, если маны на стан. Нет, маны на стан нет, но и так хватает дэмэджа. В итоге два убийства у нас очередные. Разделили между собой Винга и Даунбрейкер. 3-0 по фрагам у нас. Так, на низу у нас, кстати, атака на вора тапа. Как будто бы атака будет стопроцентно удачная. Да, настакивается уже. И вот теперь... Ну вот легионку не так просто убить. Проблема вот в этом щите, который у нас стакает просто и все. Легион, кстати, топ-1 по нетворсу. Оно и понятно. То есть хоть стоишь ты против урсы, но вот эти отцы с щитом слишком сильно тебе помогают. По факту он уже может стоять тут один. Единственное, довольно странно, что не стали они с Гримстроком еще атаковать никого. Вот только сейчас... Пошла какая-то атака, но не совсем удачная. Атаковать явно нужно Оракла, а не Урсу. Так. Шестая минута, руны и с помощью Астрала ОД контролит. Кстати, ведет он сейчас по крипам. Кстати, Легион все-таки умирает, а Урса не умирает. Да, вот так вот и получается у нас. Одна ошибка, и ты ошибся. Неприятно, неприятно. Так, Лишак там, скорее всего, умрет. Да, Маудзедун керит. Буквально эту игру. Седьмой левел он ОД против, я так понимаю, да, шестого или на Лишраке. Ну, мид выигран. Мид выигран на 700. Правда, еще не десятая минута, так что скажем мы на десятой минуте. Но уже сейчас тяжелое, тяжело Лишарку. Вот можно уже стоит уходить в лес. Если стаки, стаков никаких нет. Это довольно печально, на самом деле. Винге хорошо было бы позаботиться о стаках. Вот сейчас стакнуть, типа идти на Wisdom Rune, например. Ну, кстати, Оракл пошел за Wisdom Rune. И Гринстрок слишком рано завязал Никсвелл. Теперь будут только вон перекликать. В итоге Аргент Артем успевает перекликать. И две руны мудрости забирают у нас команда... На топе смотрим мы. Ну, возвращаемся сюда... Ничего себе, агент Артем. Стик ТП. Женя вряд ли уже уйдет. Да. Умирает, но агент Артем очень круто сыграл, будем объективны. Почти что невероятный перформанс он выдал. Тут на топе у нас опять очередная стычка. Приходит Лишрак и забирает двоих, даблкил. Ну, вот и на сила Лишрака то, что не может сделать ОД на самом деле. Просто прийти и подсетапить два фрага. Интересно, кстати, прокачку Лишарка. Обычно сейчас Макс это Диаболики. Он взял 3 Lightning Storm. Но, видимо, чтобы не так сильно линию проиграть против ОД. Все-таки ОД лайнер очень сильный. Особенно против интовиков. Но есть вторые Диаболики. С ними пуш будет, конечно, хороший. Но не такой хороший, как там, например, с третьими или с четвертыми. Так вот, возвращаясь к агенту Артему. Взял он чужую Wisdom Rune. Убил героя один. Ну и стянул еще и мидера. Ну... Погиб, так сказать. Ну, а что поделать? Так. Что у нас у Урсы? Урса фаст БФ. Интересно, хочет ли он так выйти на лайн? Ну, видимо, хочет. Да, хочет, потому что сюда летит еще и Винга. И Даунбрейки на ультимейте подцепляет у нас легионку. Легионка должна умирать. Да, легионка умирает. Еще и ОД подставляется. ОД это на самом деле все в кулдауне. Если чем подцепить. Так, стан через секунду. Оракл. Оракл в итоге цепляет. И минус АД. Минус АД, еще и вортапок. Ну вот вортапок, скорее всего, должен уходить. Ну что, очередные два фрага. Причем это фраги-то на кор. 10-2 по счету, смотрим. Дота плюс у нас начинает под топку за команду ядро.
возможно, сильно они разозлились после второй карты, которая... Они как будто бы в какой-то момент уже камбэкнули, но отдали карту соперникам. Возможно, понимали, что так-то они сильнее, но вот так сложились обстоятельства, и эту карту надо уверенно провести. Так, что у нас тут? А, ну тут у нас хотел вард сбить господин Оракл. Кстати, у него это даже удастся, по идее. И он даже, возможно, выживет, потому что он под ультимейтом. Прохил неплохой. А вот легионка, пятый левел. Против седьмой урсы должна, по идее, погибать. Да. Погибает она, волчонок забирает фраг. Ну, а мистер Оракл... Проблема только в том, что вард не сбили. Да, вижен пропал от центри. Надо курьера подвести сюда. Осталось только этого курьера найти. Да, довольно интересная... Опа. Вот он, рассвет, кстати, от Dawnbreaker. Вот этот рассвет был, кстати, не такой плохой. Было видно, что три героя у нас тут в миде тусуются. Где фармит у нас дровка, видно было. Ну и то, что легионка просто пешочком с базы идет, потому что у нее просто в кулдауне все. Там здесь 10-я минута, до 6-го левела нету, леги. Явно не то, на что мы все рассчитывали, когда пикался этот имбовый персонаж. Но вот теперь 6-й левел есть. Надо как-то его реализовывать. Так, как будто бы у Оракла случилась небольшая амнезия, он же помнил, что он девардил вот этот опс. В итоге не стал его девардить до конца, не подводить курьера. Возможно, думал, что он его сбил, как-то потерялся в полусражении. В итоге снимает еще один вард, так, возвращает Оракла, но Оракл, по идее, погибает тут под дуэль. Так, кстати, свапает его винга, очень неплохо, но туда ультимейт. Прекрасно, вот ОД, бежит ли Ширак. Не сбивает из себя Бурундука, только сейчас сбивает. Отлично, Dawnbreaker прилетает и секьюрит размен саппортами. Так, винга. Дает прекрасный стан и умрет ли ОД. ОД пока что не умирает. Время, кстати, умер ли Ширак, потому что еще и дровка здесь. 5 героев команды Касперски стянулись. В итоге размен 1 в 2, но убили Ширака, поэтому очень много денег заработали. Однако все это время фармил Урса, и у него уже на самом деле через 400 рублей БФ. Ну и Урса с БФом фармит намного быстрее, чем Трекса. Ну и чем вот этим более. Еще пытался он как-то спушить тут Т1. Ну как будто бы можно очередной килл, соло причем. Вот такой вот соло фраг от Dawnbreaker по легионке. Даже интересно, как это вообще произошло. Ну, видимо, на лоу хп легионка была, потому что иначе сложно это объяснить. Так, ну что, да, Т1 в итоге снес на Сурса и летит ему БФ. Но теперь фарм-то попрет. Уже 3000 преимущества. Кстати, за Максов все равно Лайтнинг Шторм. Интересно, ну, можно было как будто на третьем Лайтнинг Шторме остановиться, взять Диаболики в Макс, но решил, раз уж Максу до конца... В итоге Ширак почти у нас с Этернал Шраудом, кстати. А тут у нас очередные смоки. 4-й левел Дизраптор. Ой, как все плохо с левелами. Срочно нужны какие-то киллы, но как будто бы Дизраптор просто сейчас сам откиснет. Так, ну, кстати, отличная связка от Гримстроука и двойная дуэль. Но, правда, никого не удается убить. Приходит Урса с БФом, минус 2 уже. Размен на вингу. Окей, кстати, дуэль от Лишарка, но Лишарак не погибает. ОД решил не идти дальше, потому что у него просто нет ультимейта, и все в кулдауне. Дизраптор также, возможно, погибнет. Нет. Ну, в итоге 2 в 1 размен. Но опять очередной в пользу ядро. На тоненького. На самом деле, если бы хоть что-то пошло не так, можно было бы всем вместе благополучно откиснуть. Но в итоге... Размен хороший, потеряли только вингу. А Урса просто с голым бэфом пошел и даже помог своей команде. Но это, кстати, круто, то, что керри подключается к фрагам. Не боится ничего. Это, на самом деле, отличает хорошего кора от не очень хорошего, скажем так. Тут, кстати, какие-то стаки. Всего 2, но все равно, кстати, Гримстроук
идет под руну мудрости, вообще не ожидая тут каких-то оппонентов, а оппоненты тут есть. На самом деле очень крутой выход. Это прям показатель прям очень крутой команды. То есть по 14 минуту стянулись. Понимали, что кто-то из соперников придет. В итоге оформили и соперника, и руну забрали. И Оракл сразу же полетел, забрал свою. В итоге, вот смотрим мы, 9-й Оракл, а Дизраптор 5-й. 14-я минута. Это все крайне печально. Потому что такой разрыв по левелам, он тяжело камбэкается, так как просто нет 6-х левелов. Сапов. Хорошо хотя бы, что Геймсок получил. И можно хотя бы кидать свой Soulbind. Так, что, кстати, будет брать Урса, очень интересно. То есть есть ПФ. Ну и надо определяться с билдом. Возможно, какой-то фаст блинк. Возможно, фаст БКБ, что без БКБ тут тяжело играть. А возможно, какой-то башер. Есть еще диффуза. Ну, в целом, есть много вариантов. Надо над всеми ними подумать. Есть какая-то Саша Яша. Так, а у нас, кстати, Рошан. Топ бежит. И, наверное, хочет его Урса забрать, да, по-тихому? Ну, или даже не по-тихому. Да, вместе со всей командой. Плюс еще и Дизоль у нас старит Даунбрейкер. Не изменяет своему билду. Также все будет. Дизоль, потом Блин Даггер, потом Шар. Ну и потом дальше уже посмотрим. Так, интересно, кому Аегис? Ну, все, да, Урса Аегис забирает. Хочет себе блинк. Быть более активным, это все правильно. Счет 16-5. 5000 преимущества у нас на 16-й минуте. Дота плюс дает 84%. Ну, понимаем, да, тяжеловато тут будет играть. У Дыровки только Dragonlance хочет себе фаст аганим, который улучшает ее замороженные стрелы. Что у нас будет тарить Одек? Так, Одек, кстати, подставляется, но успевает прокинуть Астрал. В итоге ничего ему не грозит. То у Дэвидж Блейд хочет также Даггер себе. Что у нас у... Господин осла. Господин осел тебе затарил блейдмейл, ну и хочет чуть на даггер. Ну, до даггера еще довольно долго. Ему нужно все-таки, конечно, пару киллов с этих дуэлей, может, каких-то саппортов. В идеале на оракла. Но пока что не особо что-то получается. Просто падает Т2 у команды Касперский на верхней линии. Я думаю, что упадет он на 100%. Не будет отсюда уходить команда Ядро. Да, еще и происходит такой небольшой абуз. Лишрак из кустов диаболиками. Спокойно забирает Т2. Есть уже Eternal Shroud. Хочет, конечно же, Bloodstone. Но вот Eternal Shroud, Bloodstone. И что с этой машиной делать не особо понятно. Будет потом еще БКБ какой-нибудь Юл. Так, ну что, есть ли Даггер? Даггера нет, но есть, кстати... А, вот Даггер, да, Даггер полетел. Но видны были смоки, кстати. Тут кто-то нажал смок. Хотят выйти на Даунбрейкера. И по идее могут ее убить. Так, юзается скан. Скан, к сожалению, мимо. Да, в итоге смоук, к сожалению, в никуда. Просто профармить пачку. Кстати, очень крутой глубокий вижен стоит у команды Ядро. Вот здесь вард один. Один вард на линии. Вот. Эти варды обычно не чекаются. Кстати, вот здесь также, на самом деле, есть вард у команды Ядро. То есть они видят эту дровку, которая тут фармит. Но туда далековато идти. Так. Даунбрейкер хочет, кстати, воротапок. Но воротапок не так прост. Отошел от первого скилла и просто пошел фармить дальше. И на легион, куда было видно на варде. В итоге просто Даунбрейкер там разводит двух героев на время. Сама себе фармит, а вся команда пушит Т2. Да, и в итоге минус Т2. Пойдут еще на Т2 на низу. Там как раз еще и дровку видно. Так, сам у нас БКБ. Ну, Затар опять же джентльменский. БФ, Даггер, БКБ. Видно, кстати, дровку эту. Куда же она идет? Так, понимают, что будет перехватывать. Но, по идее, не успеют, да, не успеют, да. Немного не хватило команде Ядро, чтобы перехватить эту дровку. Успела она ретироваться на телепорте. Но в итоге, кстати, не очень хорошо получилось. Вся команда перетянулась, а линия довольно далеко.
И это дает какое-то время команде Касперской, чтобы, возможно, подфармить или забрать Т1. Но чего-то они испугались. Хотя вроде видели, что были телепорты. Тут Дамбрекер улетел. Так. Дровка здесь. Фармит. Успевает нажать газ. И тем самым сохраняет себе жизнь. Но вот что может помочь сохранить жизнь этому Т2, я не знаю. Наверное, ничего. Да, вот так вот 6 тысяч преимущества. У нас уже 7. Ну, оно так колеблется от 6 до 7. Так, у нас там на топе, кстати, Даунбрекер просто зацолил Гримстроука, при том, что 2 героя. И как будто бы легионке нужно попытаться как-то уйти. Даунбрекер, кстати, мог нажать Лотус и нажать Старбрекер, но решил этого не делать. Говорит, да ладно. Не особо ты мне и нужен. Так, кстати, 20-я минута, как будто бы Терментера, да, надо взять. Кстати, светится вся карта, понимают, где сейчас оппоненты, что они все здесь. Юзается смоки, и по идее, сколько еще до Егиса? Егис 18 секунд. Ну, как будто бы уже не получится, да, реализовать Аегу. Но, я думаю, понимают команда Ядро, что они намного сильнее. Но не успели они натерзать, или в итоге Вортапок получает шард. Видно легионку, легионка одна. Не успевает она нажать блинкдаггер и погибает за секунду. А тут видим, что у Дровка, кстати, получила тот самый аганим. Но на хайграунд, кстати, будет все равно тяжеловато заходить, мы это все понимаем. Там и Дровка, там ОД прячет, Лего дуэль дает, возвращает дизраптор. Ну, то есть, на самом деле, зайти на хайграунд команде Ядро будет довольно сложно без, ну, тимвайпа какого-то или просто пары тройки фаргов на корах. Так, ну, либо нужно Аегис, конечно же, да. С Аегисом будет полегче. Особенно, если Аегис дать лишь Арку, который будет с диаболиками стоять, это все прогревать. Так, ну, кстати, очередные руны мудрости в этот раз не пошли у нас. Команда Ядро на вражескую. А господа из Касперского на Варден, к сожалению, для них нажали смоук. Поэтому, по идее, Даунбрекер должен это все понимать. И, наверное, делать сюда ТП. Идут под свой вижен. Под свой вижен идет Касмерский, но тут нет героев. И в целом герои нигде не палятся. Да, вот он вижен от Дайр. Вот сейчас они видят Вингу. Да, Винга умирает за секунду. Кстати, Лишарк тут тоже умрет. Только если его успеет спасти Оракл. Оракл. Успевает спасти Оракл. Прокидывается в итоге ультимейт сюда. Даунбрекер. Очень много подхила. Но как будто бы все равно должен Лишарк умирать. Даже несмотря на это все. Да, Лишарк умирает. Прыгает сюда Урса. Ну, тяжело под дробкой. Кстати, будет, по идее, Глимс. Относительно скоро. Как много дэмэджа от Даунбрекера влетает сюда. Да. Ну, в итоге хороший файт так. Файт не прекратился, почему-то дробка никуда не ушла. В итоге она погибает. Ну, да, в итоге я хотел сказать, что отличный файт для команды Касперского. Отдали одного саппорта в саппорта Пускора, но, к сожалению, дробка еще и осталась. Вместе с Гримстроуком. И по голде это размен равный, но по факту размен минусовой. Потому что здесь-то Урса заработала денег, и вот у нее БКБшечка появилась. И Даунбрекер заработала также очень много денег. Очень хороший нетворс у Волчонка. В целом, скоро будет БКБ. И, как мы видим, на самом деле, дэмэджа. Вот особенно по сапам очень много с помощью этого шарда. Блинк, Старбрейкер. И буквально все стираются. Гринстоук купил бумагу у нас. Вложился в NFT. Пока что скам. Видят легионку на варде. Немного не туда, да. Немного не так расположились у нас герои. Тут, кстати, вижен у команды Дайр. То есть видят они сейчас Оркла. Надо было, возможно, его убивать. Легионки. Но легионка не решилась этого делать. Но под дуэль можно по факту и Урсу зафокусить. Если не успеет она инрейдж прожать. У Оркла пока что нет ультимейта. И вот он уже откатывается. Успевает до Гералт нажать.
Но волчонок прям это... Носом чует буквально, где оппонент. Что у нас, как там коры у команды Касперского? Ну, дровка хочет себе, я так понимаю, пику. Потому что пика против Фурсы это must have. Да и против Лешарка тоже. Вот даже взял дагер, хочет БКБшку. Ну, с БКБшкой, да, можно будет бить хотя бы. И не бояться какого-то стана Венги или стана Лешарка. Так, ну что, ждут Рошана, да? Рошан-то есть. Че его ждать-то? Руса, иди забери. Иди забери Рошана, у тебя как раз башер. Ну, видимо, ждут Рошана на топе, да? Да, ждут Рошана на топе. Там уже готов плацдарм. Рычит Рошан, понимает команда Касперский, что сейчас делает их оппонент, но он ничего сделать не может, просто фармит. Можно попробовать как-то забрать Т1, но Рошан слишком быстро пал. 13 тысяч преимущества уже. А Егис опять на Урсе. Летит Ебашер. И вот теперь это опасная машина, которая на самом деле должна искать только одну цель. И цель это Рокса. Потому что Тровка на самом деле довольно больно наваливает. Если ее не... Если ей не мешать, не фокусить, то она может тут и закерить игру. Дебекер пошел толкать альтернативную линию. Пока команда, скорее всего, будет толкать какой-нибудь мид. Проблема в том, что понимает это Касперский. Ой, как интересно, разминулись тут герои. И видно Траксу. Домбрекера пока что не видно. В итоге ОД дает ТП и не получится тут никого забрать. Это что, даунбрейкер может одна влететь в дровку. Попробовать чисто на шар. А вдруг получится. Сам, кстати, на топе. Не очень понятно, что чем тут занимается. Просто толкаем лайн. Здесь также толкается лайн Алишарком. То есть две линии запушиваются. Легионка здесь скипает крипов в миде, но на топе никто крипов не скипает. Да, вар, кстати, видно. Так, ну что, диаболики пошли. Проблема в том, что Лешарк-то без Аегиса. Но его, мне кажется, нет возможности никакой запокусить. Саб прожал энрейдж. Побил немного вышку. В итоге легионка настолько скрипнула, что уже и линию толкнула на миде. Понимает этот даунбрейкер. И в итоге возвращаемся мы к толканию линии. Туда-сюда. Но насколько мы все помним, что команда Ядро это не команда Касперского, которая там бежала сломя голову. Команда Ядро еще 20 минут против... с мегакрипами мариновала команду оппонента. А тут даже мегакрипов нет. Поэтому им, в принципе, не против они, я думаю, еще поиграть, подушить, понакапливать преимущество критическое. Так, ну что, будет прыжок? Нет, прыжка не будет. Будет просто бить Т3. Юзается глиф. Ну, развели на глиф, я думаю, этого и добивались. Как будто бы Урсе очень нужен шарт, мне кажется. Без шарда прям неприятно играть. А с шардиком очень приятно. Всегда ты под действием энрейджа находишься практически. Так, ну что, забегают. И пытаются забрать дизраптора. Дизраптора не получается забрать. В итоге отличная привязка от Гримстроука. Отличный ультимейт. Но туда же летит еще и даунбрейкер. Даунбрейкер в итоге врывается. Минус ОД, минус дизраптор. И минус линия. Но он нажал в итоге БКБ. Так, отлично. БКБ у нас минус Ринга. Так, еще и прокает очень много посидки у легионки. В итоге забирает она еще и Урсту, но это только Аегис. Но в итоге разменяли
байбек ОД на Вингу и Барак. Никто не ушел отсюда. То есть, если кто-то думал, что они ушли, да. Как будто бы команда немного недооценила у нас Касперского команду оппонента, что они просто уйдут. Никто и не уходил. Все просто спрятались с маки, подошли и все-таки сгридли лайн. Все, миссия удачная. Смотрим, да, по дэмэджу. Очень много от легионки. На самом деле, и правда, от легионки было куча дэмэджа. Наконец-то дофармил он себе БКБ. И правильно прыгнул в Вингу, чтобы она никого не спасла. Нужно прыгать либо в Вингу, либо в Оракла. Так, перепрыгаем в Даунбрейкер. Ну, Даунбрейкер, по идее, должны мы забирать. Ну да, Даунбрейкер падает, но, к сожалению, без ультимейта. Тут спасение рядового легионки. И Лишарак остается один, но, к сожалению, для команды оппонента слишком много у него дэмэджа. И хоть и вы его и убиваете, но он убивает вас в ответ. ОД без бая. Свап у нас легионки, нужно ей дать какой-то станчик. На тебе бурундук, ты ничего не можешь, но можно бить с руки. Ну и Гримсток, скорее всего, тут тоже погибнет. Тем более, что есть Abyssal Blade. Ну, раз прожил БКБ, хочется уже и на фонтан пойти, да. Почему бы не пойти на фонтан? Ну и тут крипы, по идее, когда-то должны подойти. И можно бить Т3 теперь на нижний лайн. До Тракси еще 16 секунд. Вышка точно должна падать. Также можно еще успеть, наверное, барак лучника забрать. Потому что барак милишный будет тяжело забрать. Потому что тут уже будет 4 героя оппонента. А Игис все-таки нет, и БКБшки нет. Там уверены, что к ним оставаться? Да, как будто бы не очень уверены. Летит легионка. Да. Ну, единственный, кто тут мог за сетапит фраг, это дизраптор, но, к сожалению, у него ТПшки не было, он шел на ноге. Так, справа у нас напикали, спрашивают в чате. В целом напикали имбу, но пока что не работает. Но напикали точно имбу. Но пока они не работают. Но вот так бывает. Так бывает, к сожалению. Я думаю, что скорее вопрос в том, что отдали оппонентам. Потому что вот слева пик слишком сильно смотрится. Так-то пик справа может работать, но не против пика слева. Ну или не с настолько проигранными линиями. Ну, все еще... Давайте по Dota Plus обратимся. 1%. Ну, 1% есть, можно и поесть. В принципе, все нормально. Стоит трон, стоит мид, стоит даже барак мечников у нас на нижней линии. Ну вот, можно уже перестанет он сейчас стоять. Но сам настойчик, кстати, без шарда. Видимо, хочет, чтобы он бесплатно ему выпал. Кстати, потратил он энрейдж. Так, отличная дуэль по двоим. Еще и вернули под статик. И, по идее, должен умирать. Отличный, какой же свап от Винги. Еще и Оракл, кстати, ультимейт прокинул. Но, правда, на Вингу случайно он это сделал. Очень смешно получилось, но в итоге спасли рядового Урсу. И выходим все. Да. Ну вот если бы сейчас получилось Урсу зафокусить, возможно, был бы какой-то плацдарм для камбэка. Но, к сожалению, два таких крутых подсейва, как свап Винги плюс ульт Оркла, хоть который и мискликнулся, но все равно свапа Винги хватило. Но еще Даунбрекер мог полететь, по идее, да? Если бы не было в кулдауне. Ну что, в итоге отходят. Отходит у нас команда Ядро. 20 тысяч преимущества. Можно, в принципе, подождать еще одного Рошана. И спокойно уже закончить по миду. Можно просто еще пофармить. Например, вот Урсы сейчас 4000 денег. И что мы хотим, не особо ясно. Ну, вместо врейсбенда явно нужно какой-то слотик положить. А что у нас, кстати, у Лишарка? Лишарка у нас Кая Саша, есть Блудстоун. Ну да, хочется Юл, и я думаю, потом это будет грейд в апгрейджен Юл, так скажем. Он же Виндвейкер. Так, что у нас у нашего главного дэмэдж дилера? Дэмэдж дилер тоже по дефолтному билду собирается, хочет себе Кирасу. Остается, в принципе, 60 голды, не так уж и много.
Дровка у нас с Shadowblade хочет себе... Так, это Кристаллис на что? Подожди, братан. Shadowblade плюс Кристаллис больше не дает Сильвер. Поэтому не очень понятно, зачем этот Кристаллис. Ну, видимо, просто Daedalus хотим, да, купить для демеджа. А Shadowblade для оппозиционки. И потом, возможно, он загрейдится в Сильвер. Хотя вот у Оракла уже есть Айон Диск. У Оракла уже, в принципе, тоже такой набор. Готовый. Есть Блинк, есть Линза. То есть можно издалека спасать и держать крутую позиционку. Ну и есть Айон Диск, если на тебя ворвется какая-нибудь легионка или типа того. Так. Перехватывается тут аванпост. Господина Маслом. Ну, вот после БКБшки, да, особо шмоток не прибавляется. Хочет себе алебарду. Ну, проблема алебарды на Урсу в том, что надо ее вешать до того, как у него прокнет энрейдж. А вот Урсата уже как раз послушал, как будто бы меня опять, и купил все-таки тот самый огнемшард. Он же его не выбивал, правильно? А, не, выбивал, да, простите. Конечно, не стал его покупать. Слишком дорого, можно же выбить. Кстати, еще руна мудрости лежит. И взял еще и нулифайр себе. Ну, нулик никогда лишним не будет. 30 секунд, Рошана у нас. Опять он будет на топе. У нас тут дизрапт какой-то загульно. Ты что тут делаешь, братон? Браток, точнее. Да, куда-то не в тот двор совсем зашел у нас дизраптор. В итоге Vision не поставил, возможно, и к лучшему, потому что его бы сразу сняли. Тут, кстати, Даунбрейкер идет. Сама нападает она на легионку. И легионка уже как будто бы совсем не рада этому раскладу. Тут и умереть можно. Ой-ой-ой. Ну, после такого обычно типают, да. Но только типают обычно легионку. Но здесь такой доброжелательный тип произошел. Но это прям большая такая критическая смерть. Соло. Соло под БКБ ТП. Ну, неприятно. Неприятно. Урса в итоге забирает у нас и Аганим, и Аегис. Аганим надо, наверное, кому-то отдать. Ну, либо взять себе. Аганим так-то очень крутой на Урсу. Потому что уменьшает перезарядку на Enrage и позволяет применять, когда ты встанешь. Да, да, берет себе. И 33 тысячи нетворса становится у нас тихоня. Вот такая вот тихоня. И агильный блинк. Ну, тут все по дефолту. Я думаю, что до этого даже не должно доходить. 33 тысячи преимущества. Дота плюс, я думаю, уже 0 дает. Нет, все еще, кстати, 1% дает. До нуля не опускается. То есть какой-то шанс Дота плюс видит. У Касперского. Так, ну что? Пуш. Пуш великолепный. Ну, Лишарак, кстати... Но он, наверное, не особо боится, потому что сзади два крутых реально подсейва. Поэтому легионка понимает, что нужно делать. Да, врывается она в вингу. Но тут очень много ультимейтов. К сожалению, все в БКБ урона не чувствуют. Поэтому уже минус 2, минус легионка. Свапает еще и ОД. Летит Даунбрейкер. Ну... Куда-то мимо, стан по таймингу, минус АД у дефлайбека. Зайка пытается хоть как-то расстреливать. В итоге отлично, еще один свап, врывается Руса. Ну и вот что бывает, когда Руса садится вам на лицо. Минус 4, есть байбек у дизраптора, но как будто делать он его уже не хочет. Да, ГГ. Поздравляем и команду Ядро. 2-1, закрывают они эту серию и проходят в финал Винеро. Давайте, знакомьтесь с статистикой по игре. Ну, наверное, можно сказать, что из трех игр это была самая такая односторонняя, потому что даже не было какого-то файта на камбэк. В двух предыдущих играх были файты, которые камбэкали на игры. И, ну, такая виднелась какая-то маленькая надежда на камбэк. В итоге все равно ну, их не было, но шансы были. Здесь как будто бы, да, вот видно даже по графикам, набрали преимущество и уже его
не отпускали. По, я думаю, по дэмэджу тут также все ясно. На самом деле, Волчонок очень крутую игру показал нам на Dawnbreaker. Ну и как и все, и Оракл, и Винга. Здесь же видим, что немного не пошло, не пошло. Команда Касперского, но ничего страшного. Это не вылет с турнира, это только нижняя сетка. Вот. Я думаю, что способная команда, способная не пройти дальше. И так что будем на них смотреть. Я думаю, уже совсем скоро встретят они своих новых оппонентов. Так, а мы с вами перейдем на небольшую паузу и вернемся уже с интервью с победителем. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, пришел к нам на интервью победитель один из команды Ядро, White Neo. Поздравляю тебя еще раз. Спасибо. Всем привет. Да. Можешь нам сразу привет передавать. Но это потом, ладно, потом. Давай сначала по играм. Это в конце, да. Да, привет в конце. Давай сначала по играм. Смотри, очень уверенная от вас первая-третья игра. Там, в принципе, как будто бы даже, ну, каких-то вопросов нечего задавать. Вы с линией застомпили и... Покатилось. Такой план, в принципе, план и был, да, или как у вас? Ну, да, у ребят достаточно такой тоненький драфт был на первой карте, то есть это Rust, этот Oracle, и просто Jagger, который сейчас вырвался на плюс 9% винрейта, наверное, просто взяли, потому что, ну, может, они им играют, может нет, но как-то вяленько это дело в итоге вышло у них,
Ну и все. А там дальше надо было просто не нафизить. Ребята, кстати, хорошо огрызались. Там был один очень хороший файт, где мы все впятером полегли, но потом ответно ошиблись. Ну и все. А дальше им тяжело выйти с базы. Какая-то ДБ постоянно скаутит абсолютно все линии, играет как спектра. На Оракле, в принципе, тяжело играть в квапу. Садится на тебя эта барышня и делает ты с ней что хочешь. Ну и то же самое с Растой. Достаточно простой план на игру. Зажать на базе, цеплять тех, кто вышел с нее. Ну, в целом, на третьей, да. Так, что у нас на третьей карте было? Взяли просто, опять же, ту же самую мету, типа LC. Ого, смотрите, плюс 7% винрейта. Но в такой по командной доте она... Ну, если у нее не пошло, то ей просто тяжело выбраться. А тут пришла Урса, пришел Оракл, и что-то как-то их убивать тяжело. Да, пикнули Дестра во второй стадии, не успел я его забанить. Я думаю, это было видно, что некомфортно мне на лешем было стоять. Но более-менее постоял. Пошел под восьмую, забрал топ-вышку двух героев вместе с ДБшкой, и все. Причем, надо сказать, ребята, у них самая главная ошибка на драфте была. Они на первые баны выпустили ДБ. То есть вот что на первый, что на третий берется ДБ, и ребята, здравствуйте, к вам приходит тетя в повязке с молоточком, что делать будете? Причем линия достаточно у них слабая, дровка, дизраптор. Если обе линии хотят пофармить, это ок, но в венгу с ДБ... Я не знаю, как стоять, если честно. Да, у вас очень сильная линия была, там дизраптор страдал, да, в принципе, дровка тоже страдала. Ну и даунбрекер очень хорошо себя показывает, в принципе, по последним. На 12-1-8 на третьей карте. Да, метовый матч. Красавчик. Ну тогда остается вопрос по второй карте. Как думаешь, был ли шанс какой-то выиграть? Или как там? В чем главная причина поражения? Да, шансы были, если бы были наиграны герои. То есть у нас сталкер, который достаточно чужд, что игроку, что нам, просто не наигранный персонаж. Ласпик Кунка теоретически мог что-то сделать, но я ошибся с выбором артефакта. Я смотрю, ага, ну, Зевс, Грим и Селедка со станом. Ну, теоретически, Штраут будет хорошей идеей. В итоге скипнул БМ, и все на этом. У меня нет урона, корабль дамажит мало. А там еще и так получилось, что у нас харда залита, выходит огромная ланая. Потом я же еще даю телепорт под Т1. Ну да, да, сейф, там был этот файт. Где-то в лайнинге. Да-да-да, в итоге мы втроем умираем, у ланаи дикий темп, и делай с ней что хочешь. А, опять же, тоже метовый нынче герой за последние два дня. Просто метой. Ну и, надо сказать, на Зевсе. Я так понимаю, это их основной герой у игрока на миде. Uh-huh. Вот, выбил себе респект бан, молодец. Хороший был Зевс. Спасибо, наигрались. Не, ну Зевс реально был хороший. Ну вы там на самом деле в какой-то момент даже камбэкнули уже после того, как вам сторону снесли, но потом там еще один неудачный файт. И уже... Тяжело было совсем играть. Да, там отдали три байбека, и потом нас уже после байбеков убили, и все, приехали. Да, слушай, ну, в целом, так, все понятно. Слушай, а скажи, какой у вас примерно ММР средний, так, чтобы понимать? Ну, в среднем у нас, наверное, где-то 5200, ну, чуть больше 5 точно, насколько больше, не уверен. Наверное, 5200-5300, где-то в ту сторону. Слушай, ну, на самом деле... Я вот смотрел Серебряную Лигу, нижнюю сетку, и там вот я точно знаю, что пару команд даже выше рейтинг, но в финале лузеров вы оказались. Это Венеров, да. Прости. Вот, это какая-то заслуга такая общекомандная ваша? Ну, я бы сказал, да, мы научились передвигаться все вместе, у нас появилась какая-то минимальная сыгранность. Да, у нас, ну, конкретно здесь, на третьей карте, получилось так, что я на лешем бегаю с достаточно малым нетворсом, я уже, ребята, отдайте фарм, я бегаю с одним шраудом Кай, очень Бладстоун хочу. Ну, это так, чисто момент игровой, что сам не нашел фарма, но...
Я не уверен, где было ли мне время его искать, потому что, ну, файты, 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 мы очень сильно давим, и главное не выпустить врага. Будь я, может, скиллом повыше, я бы этот фарм нашел. Ну, а так, делать, что делать. А так, играем достаточно командно. Даже, на самом деле, сравнить очень легко. На первой карте понятно, что мы там и так бы выиграли после того, как у врага остался голый трон, причем и не фуловый. Но просто бегу я, бежит ДБ рядом со мной, вернее, ДБ в топе, рядом со мной кристалка, вижу Джаггера. Это что такое? Поймали на хекс, убили. Вот. Что там делал Джаггер, для меня категорически загадка осталась. Да, для меня тоже было непонятно, учитывая, что это как раз было после файта, который они выиграли, и казалось бы, там хоть какой-то такой камбэк повеял, но да, сразу закидон, и в Ну, итоге ваша камбэком там беда. на самом деле не пахло, потому что мы бы Ну, дождались Мишку и просто в 3 БКБ сломали бы трон. Там не было варианта камбэкнуть. вот такое, знаешь, в Ну, теории чуть... все возможно. В теории. Ну, то тоже верно, да. Дота плюс 1% дает, значит, он есть. А, там 1% был все-таки. Да, был. Слушай, ну, еще раз поздравляю тебя. Я думаю, сейчас уже можешь Спасибо. передавать приветы тем, кто вот за вас болел. Так, ну, наши стандартные приветы в виде мангустику. Наш хороший товарищ помогал нам очень сильно на старте. Я думаю, в принципе, сейчас также продолжает. Кто бы они ни были, голые катуны от нашей четверки, я так понимаю, его конференция какая-то, где он бывает, от меня лично Сене Грозе, который, насколько я знаю, смотрит сейчас эту трансляцию. Привет тебе. Мы выиграли 2-1 все-таки. Вот, и по посеву. Вот, глобально хочется также передать нашему заводу Ядро, откуда наша тройка, собственно, пришла, где разрабатывают планшеты, ноуты наши ядровские. Ну и опять же, всей компании Ядро, ребята, мы наверху, мы все еще идем вперед. Да, нет, вы вообще большие молодцы. Еще раз поздравляю вас. Буду ждать тогда трансляции, когда вы будете играть в финале Виннеров. Ну и там уже два матча вам осталось до победы. Так что совсем немного. А на кого мы теоретически можем выйти? Я так не смотрел еще. Ну там пока Ну, непонятно. там хотя бы кто? Так, чисто одним глазочком. Нет инфы Одним под рукой? глазочком есть инфа. Вы выходите на либо Озон, либо Среднерусский банк. Озон либо СРБ. По-моему, Среднерусский банк чуть ли не одним из фаворитов был, если я ничего не путаю, Да. на этих, на... О, на распределении по группам. Вот, Ну да. а Я могу и сказать, что Озон, легко не да. будет. Я могу сказать, что легко не будет в любом случае. Кто А, бы на вас не ну, да. выпал, там надо будет подготовиться. Но тем более, как раз время у вас есть патч. Новый надо читать, надо учиться Да, и наигрывать. играть ММы. Да, ну что, спасибо еще раз, что зашел. И Да, давай это тебе тогда. спасибо. Да, до новых встреч. Пока-пока. Давай, удачи. Так, ну что, это был у нас господин White Neo из команды Ядро. Видим, да, что в принципе очень слаженные командные действия у них были. Рейтинг не такой уж и высокий относительно других команд, у которых там 6 плюс средний, тут где-то 5. Но вот финальные виннеров они, а не кто-то другой. Так что стоит их только поздравить, осталось чуть-чуть до победы. Посмотрим, смогут ли они это сделать. Но это мы уже узнаем через неделю. А с вами на сегодня был Ростов Макс, Лига чемпионов бизнеса. Всем спасибо за просмотр и всем пока.